Здравствуйте, мои дорогие вязальщицы. Сегодня навела тень на плетень, сказала, что я буду не одна. И с удовольствием представляю вам нашего главного идеолога, организатора, дизайнера, невяжущую Светлану. Видели ее те, кто с нами давно, а кто общается с ней только как с администратором, наверное, даже не представляете, кто она. Вот это наша Светлана, которая придумывает все изделия. Сегодня как она это делает, зачем и вообще что такое творчество? Ну, на самом деле, я думаю, что те, кто меня не знает, многое не потеряли, потому как я тот человек, который любит навести тень на плетень. Так, итак, мы сегодня разговариваем про творчество. Это, к сожалению, первая трансляция прервалась, начинаем заново. И творчество – это для некоторых очень ровная, гладкая дорожка, когда есть готовые мастер-классы, есть готовые схемы, есть готовые решения. А для некоторых… И искренне считается, что это творчество. Вот сколько я сегодня мастер-классов повторила, я очень творческий человек. А для других творчество – это решение, вот преодоление проблем. Вот как сегодня нам обязательно надо провести встречу, можно было схватиться за голову, некоторые начинают плакать, там истерить, а кто-то говорит, спокойно, сейчас 5 минут и все переделаем. И получим удовольствие и получим от преодоления. Взаимное удовольствие. Да. То есть мы не испугались, мы… Я не могу сказать, что преодолели, мы привыкли к этому. На самом деле, эта ситуация для нас уже привычная. Вот точно так же, как создание новых изделий, которые креативные. Для нас это привычное дело. И можно сказать, что оно стало рутиной, но я бы не стала так говорить, потому что мы идем по пути неповторения предыдущих изделий. То есть мы не можем отойти от креатива полностью, потому что… Ну, есть горловина, есть пройма, есть как это, начало изделия, все, есть конец. Начали первый ряд и начали. Вот. Но мы в каждом изделии стараемся сделать так, чтобы это изделие было не похоже хотя бы на предыдущее. Вот как мы не говорим то которое было 100 лет тому назад. Ну, 100 лет назад, собственно, тоже, потому что, знаете, самое интересное, когда мы смотрим свои старые изделия, особенно свои старые-старые квадратные посиделки или старые какие-то свои идеи, уже не вспомнить, мы сами не можем вспомнить, как это было сделано, поэтому вот невозможно скопировать. Нет, когда я думаю, что я сейчас посмотрю, на как это изделие выглядит, и я его повторю. Вот мы сами не всегда знаем, как оно сделано. То есть мы просто забываем, потому что, как у нас Наталья, вот мы закончили проект, все бумажки скомкали и выбросили, потому что в них уже нет жизни, то есть он уже выжат, все, он отдал свою энергию, он уже не интересен. И когда мы начинаем поднимать даже вязаные изделия, которые были связаны в прошлые годы, я чувствую, что эмоций в них уже нет, она уже ушла. То есть отработанный материал. То есть мы получаем, вот я не знаю, вот есть удовольствие от процесса, есть удовольствие от результата. Результат – это вот ты достиг, победил. А есть удовольствие от того, что ты это делаешь, и ты каждый день этим живешь. И можно получать удовольствие и от того, и от другого. И когда говорят, что счастье – это когда ты ни дня не работаешь, потому что ты занимаешься любимым делом, это удовольствие и от процесса, и от результата. Но бывает, чаще бывает наоборот, вот что либо то, либо то. Счастливых людей, у которых это все в одном, нет. Ну, это крайне редко. Вот ты от какого получаешь удовольствие? Я на самом деле думаю, что тебе в этом плане везет гораздо больше, чем мне, потому что у тебя вот как бы проект завершен, и ты ушла. А мне его еще вязать. То есть я его отработала. Я ж вот сейчас покажу вам часть. Это мое. Вот Светланин процесс нарисовать. Она увидела, представила, выдала мне идею. Единственное, что у нас, несмотря на то, что мы родные сестры, знаем друг друга всю жизнь, вот коммуникация не на высоте, прям скажем, потому что мы абсолютно с ней разные. То есть она нет, у нас коммуникация физики, на высоте. Лирики у нас коммуникация в смысле общения на высоте. Передача мысли. Да. То есть поэтому каждый раз, когда она вот это начинает, все, стоп, рисуй. Вот она рисует хорошо, она мне рисует проект, вот тогда я реально понимаю, что она хочет. Поэтому вот заметочка тем, кто работает с клиентами. Когда клиентам хочу вот такое, и с рюшечкой, и чтобы вот здесь, и вот тут вы понимаете это по-своему. Вы делаете, как вы поняли, и клиент разочарован. Рисуй, нарисуй, покажи, пальцем ткни. Вот тогда действительно есть эффекты, и человек не разочарован. И вы оба говорите на одном языке. Да. Девочки, добрый вечер, YouTube заработал, да, видно, слышно, и очень рада, что вы нас сразу нашли. Так, Вера, добрый вечер, как же я рада вас видеть, Наталья Светлана, в новый майка-класс. Спасибо, Вера. Наталья говорит, что это лучшее ее изделие. Вот, но оно мне очень нравится. Вот я связала и просто получила большой кайф, потому что оно
Да, проектируется. Вот я начала показывать, когда все не так просто. Вот. Нет, ты расскажи про каждый образец. Вот сейчас расскажу. Про то, что тряпки непонятны. Вот эти все тряпки непонятны, да, но как кажется, что тут вязать? Изделие очень нестандартное, необычное. Оно вот имеет много нюансов, но когда оно сделано, я получила кайф. Удовольствие либо деньги. Да. Вот, удовольствие или деньги. Иначе зачем вообще, в принципе, этим заниматься? Вот расскажи про тряпочки. Так, бирюза класс, сейчас по поводу бирюзы еще расскажу. Тряпочки. У нас когда-то мы из этих змеек вязали шарфик, и шарфик мы тоже вот как бы вязали непростой. Обычно вот эти змейки, ну, их знают, это не секретные змейки, это очень многие вяжут. Нормальный, очень хороший, простой, быстрый узор, но вяжут палантины, вяжут шарфики, потому что по прямой. А мы вязали этот шарфик от нуля, сделали его широким, провязали и сузили в точечку. Еще и в три цвета, то есть два цвета одинаковых и середина третьего цвета. Ну, давай расскажи про это изделие. Поэтому мы решили взять за основу этих змеек и сделать из них. Вот бери сначала этапы, которые ну, были начали, у нас. Начали пробовать, где там начало. Первый этап, я даже не помню, кто из них уже первый. То есть сначала вот дырки-дырки, стали пробовать, решили дырки делать. Дырки разного формата, дырки вот в разные попробовали стороны. Поменьше, потом, побольше, побольше, покрупнее. С перевитиями, да, там, да. Может быть, еще косу какую пустить, да. Там. Потом стали делать три цвета. Вот. У меня сильвер, на Неве делать проще. Там, можно сказать, что машина интарсия, там висят себе нитки, бери и вяжи. У меня сильвер, сейчас я вяжу на нем. Но, тем не менее, три цвета удалось. И, мало того, что три цвета, задача не просто связать некие змейки, а задача, чтобы половина с половиной... Ну, вот вопрос, вот это конкретно отрабатывает. Ирина, так. Давай. Змейки разного размера. 3, 4, 5, 6. Потому что можно было как сделать? Берете эти змейки, обрезаете лишнее и делаете майку, плечико. Но при этом у вас была бы одна толстая змейка. А мне надо было, чтобы было много маленьких. То есть задача не просто не делать плечевой шов, но еще и вот эти змейки все вот собрать в одну кучку, чтобы они вот сплетались. И... Ну, вот ты покажи, может быть, не всем понятно, что это такое. Вот, они откуда? Откуда они у тебя идут? Покажи. Вот они буквально вот отсюда и вот отсюда. То есть вот так вот это вот змейки, если посмотреть, они все собираются вот в маленькую кучку. Они были широкие и становятся тоненькими. И сзади, вот я вам сейчас повернусь, они все расширяются резко. Да. Вот, и получается вот такой вот интересный эффект. То есть интересно поскрипеть мозгами, решать. И не просто так села, связала. Я связала достаточно длинный образец для расчета, потому что эта змейка не считается петельной пробой. Ей нужны именно рапорты. И эти рапорты нужно подогнать под пройму, под головину, под плечо, под, в общем, подо все. Нет, я считаю, что 2 недели на разработку изделия такое, нормально. Это нормально. Нормально. То есть это не... Вот это изделие ни с чем не сравнить и не сказать, что это аналог чего-то. То есть, когда нас по какой-то непонятной причине попрекают, что у вас все изделия одинаковые, вы... Ну вот мы сегодня покажем, что изделие не одинаковое. Что изделие, вот, не изделие одинаковое. Оно само по себе единичное, и сейчас уже возникает потребность в новом. И для меня, наверное, самое тяжелое – это монтаж, потому что ну, совсем я от него уже отошла, у меня уже голова там занята чем-то другим. Поэтому... Нет, так вот... Упреки заключаются не в том, что вы долго вяжете или что изделие там такое, не такое, а вопрос, а зачем, если можно сделать проще? Так вот, когда проще, это значит, это кто-то сделал уже до вас, потому что все, что проще, ну, я считаю, что все, что мы хотим придумать, оно уже придумано. Мы можем только какие-то модификации этой идеи в разных комбинациях. И поэтому вот все, что простое, оно уже сделано. Дальше уже идет. Ну, все гениальное просто. То есть, как бы, гениально – это квадрат. Народная одежда – это квадрат. Это уже до нас придумано. Если мы хотим сделать, выразить себя, то есть сказать, что я дизайнер, меня смешают девочки, которые перевязывают чьи-то мастер-классы и либо по, ну да, ну, если человек опытный, он вяжет по какому-то дизайнерскому изделию, которое нашел на подиуме, в журналах, там по журналам, которые специализируются на вязаных изделиях, и говорит, вот я придумала, я связала, ну, как бы, ну ты связала, да, но ты не придумала. Это, то не, есть, твоя это, идея, это не твоя идея. Плохо ли это, неплохо ли? Да нормально, обыкновенно. Не обязательно всем быть дизайнерами. Но не все могут быть великими дизайнерами. Да, да любыми их дизайнерами. Мало. Да мало. Вообще, неважно, великий или невеликий. Потому что величина дизайнера определяется суммой денег, которая вложена в его раскрутку. Вот больше ничем. Потому что
про любое изделие можно рассказать. Но я хочу сказать, и что еще и количеством идей, которые у него в голове бродят. Потому да, что потому что человек одной идеи, да, дизайнер одной идеи, ну, никогда не будет великим. То есть художников, музыкантов, мы их знаем не по одному произведению, а это галерея какая-то. Поэтому человек, который придумал что-то одно и носится всю жизнь с этим и добивается славы, вот... Ну, как да, что ну, писатели можно быть нету. Певцом и любителем какого-то одного направления. Там. Вот, например, эти же змейки, они дают безграничную возможность. Можно там 150 изделий этих змеек, но это действительно должен быть склад ума такой. Мне нравится взять змейки, ничего больше, я буду их вязать. Можно быть великим дизайнером носков, можно быть великим дизайнером шапок, можно быть великим дизайнером там ремней. Ты не просто дизайнер вязания или дизайнер одежды, а ты можешь быть дизайнером узкого направления. Потому что можно было как сделать? Берете эти змейки, обрезаете лишнее и делаете майку, плечико. Но при этом у вас была бы одна толстая змейка. А мне надо было, чтобы было много маленьких. То есть задача не просто не делать плечевой шов, но еще и вот эти змейки все вот собрать в одну кучку, чтобы они вот сплетались. И... Ну, вот ты покажи, может быть, не всем понятно, что это такое. Вот они откуда? Откуда они у тебя идут? Покажи. Вот они буквально вот отсюда и вот отсюда. То есть вот так вот это вот змейки, если посмотреть, они все собираются вот в маленькую кучку. Они были широкие и становятся тоненькими. И сзади, вот я вам сейчас повернусь, они все расширяются резко. Да. Вот, и получается вот такой вот интересный эффект. То есть интересно поскрипеть мозгами, решать. И не просто так села, связала. Я связала достаточно длинный образец для расчета, потому что эта змейка не считается петельной пробой. Ей нужны именно раппорты. И эти раппорты нужно подогнать под пройму, под головину, под плечо, под, в общем, подо все. Нет, я считаю, что 2 недели на разработку изделия такое. Нормально. Это нормально. Нормально. То есть это не... Вот это изделие ни с чем не сравнить и не сказать, что это аналог чего-то. То есть когда нас по какой-то непонятной причине попрекают, что у вас изделия одинаковые, вы... Ну вот мы сегодня покажем, что изделие не одинаковое. Что изделие, вот, изделие оно само по себе единичное, и сейчас уже возникает потребность в новом. И для меня, наверное, самый тяжелый – это монтаж, потому что ну совсем я от него уже отошла, у меня уже голова там занята чем-то другим. Поэтому... Нет, так вот... Упреки заключаются не в том, что вы долго вяжете или что изделие там такое, не такое, а вопрос, а зачем, если можно сделать проще? Так вот, когда проще, это значит, это кто-то сделал уже до вас, потому что все, что проще, ну, я считаю, что все, что мы хотим придумать, оно уже придумано. Мы можем только какие-то модификации этой идеи в разных комбинациях. И поэтому вот все, что простое, оно уже сделано. Дальше уже идет. Ну, все гениальное просто. То есть, как бы, гениально – это квадрат. Народная одежда – это квадрат. Это уже до нас придумано. Если мы хотим сделать, выразить себя, то есть сказать, что я дизайнер, меня смешают девочки, которые перевязывают чьи-то мастер-классы и либо по, ну да, ну, если человек опытный, он вяжет по какому-то дизайнерскому изделию, которое нашел на подиуме, в журналах, там по журналам, которые специализируются на вязаных изделиях, и говорит, вот я придумала, я связала. Ну, как бы, ну ты связала, да, но ты не придумала. Это то не есть твоя идея. Это да. Не твоя идея. Плохо ли это, неплохо ли? Да нормально, обыкновенно. Не обязательно всем быть дизайнерами. Но не все могут быть великими дизайнерами. Да, любыми дизайнерами. Мало. Да вообще, неважно, великий или невеликий. Потому что величина дизайнера определяется суммой денег, которая вложена в его раскрутку. Вот больше ничем. Ну. Потому что... про любое изделие можно рассказать. Но я хочу сказать, что еще и количеством идей, которые у него в голове бродят. Потому что человек одной идеи, да, дизайнер одной идеи, ну, никогда не будет великим. То есть художников, музыкантов, мы их знаем не по одному произведению, а это галерея какая-то. Поэтому человек, который придумал что-то одно и носится всю жизнь с этим и добивается славы, вот... Ну, как да, что ну, писатели? Можно быть нету. Певцом и любителем какого-то одного направления. Там. Вот, например, эти же змейки, они дают безграничную возможность. Можно там 150 изделий этих змеек, но это действительно должен быть склад ума такой. Мне нравится взять змейки, ничего больше, я буду их вязать. Можно быть великим дизайнером носков, можно быть великим дизайнером шапок, можно быть великим дизайнером ремней. Ты не просто дизайнер вязания или дизайнер одежды.
А интересно тем, что у каждой свои идеи, как правило, у нас, как начинается, Светлана говорит, надо вот, вот так. Я говорю, нет, это невозможно. А почему ты мне все время говоришь, нет, ты мне крылья обрубаешь? Да потому что мне это делать, и вот поехали. И в итоге все равно находится решение, но вот, наверное, через это препирательство тоже надо пройти. Ну, это, опять же, мы говорили про ограничения. Вот мы закончили на том, что есть... огромные возможности, и второе, эти возможности ограниченные. И в этом случае изделия рождаются абсолютно не хуже, потому что вот весь креатив именно тогда, когда есть ограничения, и нужно придумать выход из этой ситуации, из этого положения. Почему многие говорят, что вязальная машина Нева – это огромные возможности? Почему? Потому что у нее... ограничений нет. Нет, у нее наоборот, сплошные ограничения. Рукой надо туда-сюда. Она не вяжет узоры сама. Да. У нее чаще всего сломанные счетчики. Она не подключается к никаким программам. У нее нет перфокарт, у нее нет ничего. Но зато, когда ты перфокарты, либо электронику, чтобы она тебе это, узоры твои вязала, и все. Ну, вот на самом деле творчество, это вопрос, опять же, возвращаемся к тому, что такое творчество. Творчество ли, когда вяжут по электронике и по перфокартам? Ажурная каретка. Вот ажурные узоры, затканы от точки до точки, по квадрату связаны. Является ли это творчеством? Работаем на себя. А зачем мне 15 одинаковых кофт или вот каких-то изделий, которые различаются только цветом? Одной формы, одной еще что-то. Ну, может быть, тогда возьмем, покажем, что такое простое изделие. Вот на примере того, как мы можем. Простое изделие, будем изучать принцип работы программы именно на самых простых, на самых простых изделиях. Пример, вот. Вот проще, ну еще может квадрат, конечно, но вот. Ну, а смысл работать смысл, квадратом. Да, то есть работать программе. В программе рисовать квадраты просто бессмысленно. Поэтому вот самая простая форма. Учебный материал. Без таких материалов, кстати, начинать делать что-то серьезное не стоит, потому что отрабатывать технику вязания, работу с программами, работу с полотном, работу с машинкой нужно на простом. Вам не надо распыляться на 150 как-то, вопросов и операций проблем. Проблем при изучении должно быть минимальное количество. И каждый раз мы вводим новую проблему, чтобы усилить эффект. Если вы сразу бахнете на себя все эти проблемы, вы просто завязнете, ну как в любом деле. Поэтому... Ну, что там дальше? Так, и... Воспитание нервной системы. Поэтому творчеству, вот я бы эту кофту сильно не отнесла. Это творчество, это не творчество, это ремесло. Вот скажем так, это... трудовая деятельность – это работа, которая не имеет ничего... Вот вопрос. Нужно связать что-то на работу, сходить. Да. Вот является ли это творчеством, или это все-таки ремесло? Понимаете, вот мы относим к творчеству то, что думаем, делаем, перевязываем, подгоняем, еще что-то. Вот связать на работу вы не будете, но большинство не будет вот так вот... переделывать, какой-то там месяц вязать, две недели, три недели, петлю перевязывать. Узор, то есть на работу мы стараемся сделать что-то такое, чтобы сегодня, да. Каждый день новое, да, вот сегодня такая кофточка, завтра другая, послезавтра третья, то есть просто берем количеством, не качеством, а количеством, ну, в большинстве случаев. Поэтому я считаю, что вот дизайнерские вещи, они должны быть, их не должно быть много, потому что человек просто не успевает, если есть время для вот этого вот вязания такого в формате хобби, когда это действительно творчество, то это не может быть много, вот не может быть, ну вот это мое личное убеждение. То есть если у тебя весь гардероб завален вещами, ну это ремесло, вот, ну потому что не может быть одно изделие, да, а не может быть, вот... Наташ, ну мы с тобой вдвоем, две головы сидят, думают, понимаешь, две головы это вообще вот, причем как с абсолютно такая. Разным подходом. Самому с собой гораздо легче договориться, чем вот
наоборот, потому что я говорю, нет, а ты посмотри, у тебя под мышкой-то складочка. Да где складочка? Да где эта складочка? Я говорю, нет, вот подними руки, я тебя сфотографирую, поэтому, ты в зеркало смотришься, не видишь. Поэтому взяли эту складочку и пошли переделывать, да. Ищем, почему складочка, может быть, рукав упустить. То есть это такой процесс, он настолько, ну, на самом деле, не все любят кропать, они все понимают, чего вы возитесь-то, все просто, делайте квадраты, вяжите, возьмите ажурную каретку, жаккард, и проблемы ваши на этом решены. Но дело в том, что у нас нет в этом проблемы. Проблема связать кофту это одна, а проблему придумать это другая. Так вот, большинство не понимает, а зачем вы придумываете? Вот есть уже отработанные силуэты. Берешь журнал Бурда, переводишь оттуда силуэт. Идеальная и вяжешь посадка. Его. И вяжешь. Ну, заводишь, кстати, программу. Многие так и делают. И, да. И хвастаются тем, что у меня-то идеальная посадка. Так ты где ее взяла-то? Ты взяла из журнала по шитью? Ну, это тут вопрос даже не в том, что у тебя идеальная, и ты не сам придумал. А вопрос в том, что а где творчество-то? Творчества-то нет. Вот оно, вот я говорю, весь смысл в достижении. Вот ты поставил себе задачу и достиг ее. Не знаю, вот мы даже с Натальей не можем договориться, где эмоция лежит. Ты взял из журнала вот эту выкройку и связал по ней. Есть там эмоция или нет? Вот для меня там эмоции нет. Это не моя душа там лежит. Ну, это чужая мысль. Ну, не моя мысль. Душа. Да. Ну, не знаю, вот... У каждого свой подход к творчеству. Нет, ну проще пойти купить в магазин. Да. Все равно, что вы купили в магазине. Классная вещь, вам нравится, но ее делал кто-то другой. Вот здесь такое же отношение. То есть это придумал кто-то другой. Вот знаешь, у меня ассоциация такая, что все-таки изделие как ребенок. Вот ты пока муки творчества не пройдешь, это как вот дети, которых там усыновляют или еще что-то. Ну, большинство не испытывает к ним тех чувств, которые испытывают к ребенку, естественно, рожденному своему. Ну, на самом деле, не все любители мучиться и вот страдать, и ограничивать себя наоборот. В жизни и так столько ограничений, что я еще в этом буду себя ограничивать. То есть, нет, так и поэтому творчества нет. Вот в этом и нет творчества. Связали свеженькую вещицу, понимаешь, как называют? Обновила гардероб, связала что-то свеженькое. Ну, выбросили, стали свежая новенькая. Мне очень нравится. Вот связалась. Но вот я связалась. Про мои вещи не могу не правду связалось. Сказать. Вот связалось. Оно это у меня не связалось. Это муки творчества. Да, Я связала. Я создала. Даже не могу сказать связала. Я создала. То есть это даже не я, мы создали. Это как-то единое целое. Как-то наш организм создал эту вещь. Не связалось нечто там, а именно создано. Я не говорю шедевр. Я говорю, это то, что действительно вложена душа, вложено время, вложена сила эмоций. И ну, каждое изделие, оно разное. К каким-то я отношусь очень хорошо, какие-то мне не сильно нравятся. То есть нельзя быть так это создавать совершенство все время. У нас очень разные вкусы. Одно нравится Светлане, другое нравится мне. Она говорит, я бы такой в жизни не... Ну, так это не ты. И вот, ну... Нет, так вот вся проблема ограничения. Еще очередное ограничение, это чтобы понравилось обеим. У нас очень разные вкусы. Вот кажется, что сестры, но мы даже с ней выглядим по-разному. И вкусы у нас разные, и вообще все у нас разное. Поэтому... Как будто бы совершенно чужие люди, да. Да. И, ну... Но получается, что вот если понравится нам обеим, значит классно. Ну, нам надо еще несколько человек, потому что мы не охватываем всех. Но есть люди, которые любят необычно, нестандартно. Я не говорю, что вызывающие или там какой-то выходящий за рамки. Нет, но есть какие-то привычные, стандартные подходы, а есть что-то, какая-то изюминка, что-то изменить. Поэтому иногда нам тоже претензии высказывают, а куда это носить, а что это, что за ерунду вы делаете, вот посмотрите, как ну, вы... Ну, смотри, вот мастера? В 2012 году мы с тобой начали, в 2012, вот, то есть сейчас вот уже получается 9 лет, вот 9 лет и уже с небольшим хвостиком. Как это 9, в 2012 году, до 20-го это 8, 9, 10 лет нам, 22-й год. Ну, короче, 10 лет. Короче, я кругляю. Короче, будет 10 лет в 23-м году. Ну ладно. В 12-м 0, в 13-м 1, в 14-м и так далее. Ты лишаешь меня кайфа. Да, я уже собралась юбилей отмечать. Да, да. Так вот, за это время я просто хотела сказать, что изменилось не наше отношение к креативу. Вот для нас креатив всегда, и вот это творчество. Мы бы столько лет не продержались на изделиях, которые приносят вот такую эмоцию. Если бы у нас не было вот этой тенденции подстегивать себя именно ограничениями. Потому что мы можем
купить любую пряжу, мы можем купить любые бусины, мы можем это, купить любую выкройку или мастер-класс, но это кайфа не принесет. Кайфа нету. То есть ставить себе ограничения и преодолевать эти трудности доставляет огромное удовольствие. И когда мы начинали с чего? С квадрата Некрасовой. Поэтому... Ну... Если в изделиях. Ну давай, давай. Еще раз. Ну давай еще раз. Так. Начать трансляцию просто, ага. И все. Ну вот расскажи про. Ну, давай, квадрат Некрасовой. Начинали с квадрата Некрасовой. И в чем был смысл этого квадрата? Это то, с чего начинали, с тех самых ограничений. Можно сказать, что это было вязальное оригами, потому что смысл был в том, что берется квадратное изделие, то есть квадратная прямоугольный заготовка. Лист, прямоугольная заготовка. Условие в том, чтобы не было ни убавок, ни прибавок, никаких закруглений. Частичного вязания. Ни частички, ничего не должно быть. То есть мы ограничивали себя с самого начала. Ограничение было очень жесткое. И из этих квадратов создавали вот один квадрат, но из него можно как оригами, бесконечное количество фигурок. Это могла быть юбка, это могли быть брюки, это могла быть шапка, это могла быть игрушка, это могла быть подушка, это могло быть все что угодно. И у нас первое время была очень, ну, по мне, так занимательная и завлекательная форма такая. Мы мастер-классы проводили вживую, вязали вместе. Во-первых, это было вживую, и потом у нас были мастер-классы с непредсказуемым результатом. Да. То есть мало того, что это были платные проекты. Нет, ну это бесплатные платные... по-разному, но я не об этом говорю сейчас. Я говорю о подходе наших вязальщиц. То есть мы платный мастер-класс, готовьте такое-то количество пряжи с непредсказуемым результатом. То есть мы вяжем и знаем. Узнаем, что только в последнем уроке. Ну, это марафоны были, да, это марафоны были. И на самом деле девчонки вязали и получали огромное удовольствие, потому что они вяжут, не понимают, что. Но получается у всех. Вот сейчас, почему мы прекратили... Это был как фокус, да? Вот что ты вяжешь такое, и даже не понимаешь, что тебе сказали, возьмите там длину, ширину, там разделите, умножьте, переведите. Сложите. И потом раз, и оказывается, ну, мы вязали тогда не натуральный размер, а на кукол. Это ну, было очень интересно. Это интересно, потому что не жалко, потому что всех получалось, и все же разного размера девушки у нас, поэтому вязали вот небольшие фрагменты. Если вы хотите, повторяйте на это свой размер. Это был как фокус. Опускаем там кролика, да, вынимаем голубя. Вот это было вот из этой серии. То есть не понимали, как это может вот такой прямой лист превратиться вот в такое изделие. Ну вот это было ограничение, которое мне как математику было невероятно интересно решать и находить эти решения. И а где я могла их найти, кроме как придумать, потому ну, как этого не было? Она спала с блокнотом под подушкой, потому что ночью осенила, встала, зарисовала. Да. А самое в этом интересное, самое, мне кажется, кайфовое в том, что девчонки тоже получали от этого удовольствие. Да. С таким удовольствием вязали, такие эмоции были, вязали, отзывы писали, показывали. Ну, я тебе хочу сказать, что мы были первыми и начинали. И блогеров не было тогда, и не было тех, кто... записывал эти мастер-классы по изделиям. То есть мы с тобой первые, кто начал проводить живые эфиры по вязанию. То есть вязали в прямом эфире. Но потом появились люди, которые стали это же серьезно делать. Серьезно, изделия. Ну, почему конкуренции не было? Потому что такой головы нету, которую придумают, как давно бы уже все, ну, грубо говоря, слезали. Да не получается. Если начнут показывать то же самое, понятно, что это чистейший плагиат. Ну, грубо. Ну, сейчас грубая работа. Мы сталкиваемся с тем, что уже не считается перевязыванием чужих изделий, не считается плагиатом, поэтому, но придумать это очень тяжело, потому что у меня просто нет ограничений в вязании, потому что я не вяжу. И именно поэтому я отношусь к вязанию как к моделированию именно листа, как изогнуть лист так, чтобы он из плоского стал объемным. Превратился в шарик, да. Это было очень интересно, но прекратилось все даже не потому, что идеи иссякли, а потому что у многих иссяк интерес. Интерес стали очень серьезные, то ли времена изменились, то ли что-то изменилось в природе. Мне кажется, в жизни изменилось что-то. В жизни изменилось, люди перестали. Знаете, это мы начинали, когда, ну скажем так, в эти жирные годы, когда все было очень хорошо. Мы вязали веселые изделия, дети улыбались, были яркими, нарядными. Сейчас вы посмотрите,
смотрите, во что мы одеваемся. Во что одевается серое, черное. То есть это показатель настроения. Да. И когда мы вязали вот эти квадраты, настроение было веселое, задорное. Девчонки вязали, потом изменилась какая-то ситуация, и к нам начали, сдвинув брови, приходить суровые дамы. И рассказывать, как вязать. Да, вот да. Посмотрите, как там вяжут платья, там кофты, вот там вяжут. Не, самые смешные были комментарии какие это. Запишите-ка. Вот что путное, что связали, ерунду всякую. Ну-ка, и самое смешное, когда вот какая некая дама обращается, там, свяжи-ка мне мастер-класс, запиши-ка мне там из синей пряжи жилетку для мальчика. Да я в жизни не буду вязать жилетку нет, для мальчика. Не, с конкретными указаниями. На 8 лет. Подожди, там на 7, это реальный комментарий. Лучше запишите-ка. Запишите-ка, да, вообще. Запишите-ка мастер-класс по вязанию школьной безрукавки для мальчика 7 лет. Ну, я просто вот выпала в осадок. Мы с Натальей просто смеялись, не могли остановиться, потому что, ну-ка, давай-ка, запиши-ка. На моего мальчика 7 лет запиши-ка это школьную. Причем не школьную. Просто запиши-ка, а бесплатно запиши-ка, и чтобы да, мне еще да. Согласилась связать. Ну, оказалось, что у нас мальчика 7 лет не оказалось. Ну, мы бы, да, может быть, и это была единственная причина, да, почему мы не стали вязать безрукавки для мальчика 7 лет. Но это неинтересно, это скучно, это никак. Но это бытовуха, я бы сказала. То есть это не пирожные. Вот я люблю пирожные, а это, ну, картошка, греча. Причем пирожные, греча. Контраст должен быть разный. Да, гречу иногда тоже, картошку тоже, но мы картошку... Нет, праздник, что мы воспринимаем как праздник? Понимаешь, мы воспринимаем пирожное. Мы не ходим в ресторан для того, чтобы поесть пюре с котлетой, понимаешь? Мы идем поесть то, чего дома не, не можем, да, или что очень трудно, или что очень сложно, или долго. То есть идем в ресторан, чтобы поесть то, что получить мы не можем сделать. Эмоцию. Да, да, какую-то эмоцию. Да. Ну и чего дальше? Какой-то замечательный переход. Нет, там комментарий какой-то написали. Так, комментарий, просто. Да. Я вас помню еще с тех пор, когда вы начинали выходить, в прямой эфир, Светлана Лумпова. Но, Светлана, к сожалению, вот фамилия не припомнить, но я думаю, что у нас девчонки приходят, говорят, иногда скучаем по этим квадратам. Я сама по ним скучаю, потому что это было действительно очень замечательно. Ну, мы сидели вот так вот и хихикали. Но при этом мы делали, да, мы были иногда пересматриваем, веселые, задорные, смеялись. Молодые, стройные, да. Опять же. Девчонки смеялись, всем было весело. Действительно, были посиделки. То есть, когда нам говорят, что вы тут блатологией занимаетесь, это посиделки. То есть, это не мастер-класс. Нигде не написано, что сейчас будет мастер-класс по изделию. Причем, знаете, самое-самое забавное, смешное вот во всем. Потому что когда даешь реальный мастер-класс, он никому не нужен. Да. То есть, оказывается, что хотели это для мальчика, а вы для девочки. Нет, хотели там смешно, что вот запишите-ка, записываем майки. У меня в прошлом году я летом записала 10 маек, 10 разных маек по разным выкройкам, вообще все разные. То есть майки. Ну, мы решили сделать серию такую. То есть, и вот я летом записывала эти майки и в бесплатном доступе выкладывала. Хотите майки? Пожалуйста, лето, вяжите, получайте удовольствие. Все майки разные, причем все носибельные. Креатив там был небольшой, потому что делала их я, у меня нет такого наворота, как у Светланы. То есть вещи более-менее стандартные. Ну что вы думаете, надо было? Нет. Ну, может, эту майку какую надеть? Ну, сейчас надену какую-нибудь. Из стандартных. Ну, из стандартных надо из мешка. Не-не-не, из вот этих вот, из стандартных. Ну, вот. Тогда из стандартных тут вот. Хорошо. Майка Робинзоновка. Да. Одна из вот простейших идей. Одна из простейших идей, майка, да, она вот с такими вот хвостами, в ютубе не видно, вот хвосты показывают, с дырочками. Тогда были очень актуальны эти дырки, прорехи. Что в ней? В ней дается расчет горловины, видите, посадка какая. В ней дается промо, причем отделок никаких нет, это кайф, то есть это тонкое полотно, ни планок, ни резинок, на одной фантуре. Идеальная обработка, тоненькая, тоненькими такими... Рулечек, он даже не чувствуется, его не видно. То есть это непростое изделие. У него хорошая пройма. Это все в ручном варианте. Для начинающих, пожалуйста, вяжите. Не хотите делать хвосты снизу, не делайте. Но вы знаете, как делать такие хвосты? Хотя бы посмотрите, это очень увлекательно. Ну, Наташ, но это майка из простых. Понимаешь, да. Но мы же к ней, вот к упрощению мы пришли через усложнение. А что у тебя по плану-то было? Вот что мы по плану хотели рассказать? Про снеговика. Про снеговика, да. Вот давай про снеговика покажем. Сейчас покажу. Она пока снеговика. Это одно из
изделий креативных. Сейчас Светлана наденет, потому что мне на нее вязали, мне это не сильно подходит. То есть показывать изделие, которое вязано на другое тело, наверное, не очень... На другое тельце. Тельце, да. Не очень этично и практично. Так, вот Светлана показывает. Так. Снеговик. Условно снеговик, потому что не белая, да. Два шарика, шарик. И задача, не помню, что нас натолкнуло на этого снеговика, но знаете ли вы, как вязать круги ровные и как их заполнять? То есть задача была связать круги, соединить их, все и без швов, чтобы все одно из другого вязывалось. И чтобы без расчетов. И чтобы без расчетов. Без особых расчетов. Без выкроек, без каких-то сложных систем, каждая частичка. Вот видите, это наша излюбленная тема была, когда мы разными частями... Вот смотри, еще и выточка тут есть. То есть если вы обратите внимание, форма сложная, выточка. Здесь бочком встанем вот так вот, видите, не квадраты. То есть это очень интересное изделие. И эта тема, вот вязание кругов, она нас увлекла, и мы связали 4 изделия, причем они все были очень разные. Одно было на марафоне вязали. И, легко ли было придумать это? Вот нелегко было придумать, но был ли у нас такой заказчик? Да ни одному заказчику такое в голову не придет. Это изделие было связано ровно для того, чтобы подтвердить собственную квалификацию. А справлюсь ли я? А могу ли я? Это же невероятно интересно, вот ставить задачи и достигать их. Все. Потом, когда мы ее связали, ну, носить я ее не стала, но вот как... Такая пестрая, на самом деле, действительно, каждая деталь, это в нашем стиле было. Мы любили полоски разноцветные. Что вы такие цветастые? А мы просто каждую деталь показываем своим цветом. Это нет, чтобы видно было, что они сшиты все, да. Что они по очереди идут. Ну, то есть, это было целое ноу-хау, как это все сделать. И меня свербит, вот, чтобы продолжить эту тему, потому что мы ее давно, как бы, сколько давно там, 6 лет. 6 лет прошло, и вот она забытая. Но на самом деле такие вещи очень интересно вязать. Это как мозаику собирать. И причем каждая деталь это идет как заполнение. То есть они не сшиты грубыми швами, а вывязаны одна из другой. Очень интересно, очень завлекательно и познавательно. Поэтому крамусы надень, да. Мне нравится такое. Идея, вот сейчас Светлана наденет. Ну, это из квадрата Некрасова. Да, это из квадрата, а вот сейчас она покажет Майкла Коромысла. Это из прямых деталей, вообще из прямых. Вот показать, что такое из прямых деталек у нас вязалось некое полотно. Прямоугольники. Вот сплошные прямоугольники, которые потом... Слушай, мне кажется, что опять в Ютубе опять пропало, смотри. Нет, вот идут комментарии, идут 14 человек. Нет, только что комментарий. Поэтому... Ну вот. Вот комментарий закончился и все. В эфире. Ну ты давай. Так вот, если вот так смотришь, то непонятно, что это за изделие. Вот воротник качели. Вот, посмотрите, идет как бы как коромысло. Нигде не жмет, не трет. Никаких складок нет, ничего. Идеальная посадка. А всего лишь абсолютный квадрат. Абсолютный прямоугольник. И это вот из серии «Квадрат Некрасовой». Вот как это придумать? Когда меня спрашивали, а как ты это придумаешь? Ну, не знаю, я об этом все время думаю, и они у меня вот так складываются. Не могу объяснить, как. И поэтому те изделия, которые мы сейчас вяжем, как они рождаются? Да не знаю, как они рождаются. Они в голове крутятся, и появляется какая-то идея, как это, чтобы такое связать, такое необычное, что мы до этого не делали. То есть ставим новую идею. Ну вот, так вот, если говорить о том, что а зачем это рюша? Ну, девочки, вот опять же, а зачем пирожные, если есть хлеб? Ну, вот нет, это из этой серии. Деле, ну, зачем вам? Если бы мы связали только рюшу, да, можно сказать, мысли у вас. Но эта рюша одна из многих, и они на разный вкус. Кому-то нравится одно изделие, кому-то другое. Но учитывая, что все изделия разные, очень забавно, когда пишут комментарии, у вас все одинаковое. Покажите два одинаковых изделия, и мы будем вам очень благодарны, которые мы связали, потому что они разные все. Потому что мы принципиально не можем вязать одинаковые вещи. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Очень тяжело.
И если даже они одинаковые по форме, ну, честно, то они будут различаться по отделке, по направлению вязания, по наличию узора, отсутствию узора, сложности узора или еще что-то. То есть одинаковых изделий мы просто не можем, потому что нам они не нужны. Мы не столько, то есть я в принципе трикота, вот сейчас у Натальи кот полежал на каком-то изделии, вытащил из него нитку. И это одна из болей трикотажных изделий в том, что в случае наличия домашних животных изделие очень часто уходит, ну не в утиль, но в переработку. Ну да. Может быть, стоя лучше? Да, стоя сейчас вот... буду показывать. На самом деле изделие, это не относится к майкам, футболкам, это не относится, ну хотя сейчас то, что у нас на улице делается, там можно сказать, что вообще шубу надевать надо. Но это изделие вот относится к таким, которые вяжутся гораздо проще, чем выглядят. Когда тоже говорят, что это вы за кошмар связали. А если вы обратите внимание, это изделие... Ну, расскажи историю создания, да, этого изделия. Ну, подожди. В чем суть? Это секционка, это не полоски, если обратите внимание, полосками вязать было бы просто. Это секционка. И вы попробуйте сделать так, чтобы секционка вошла абсолютно симметрично. То есть суть была в том, чтобы эту секционку разложить, симметрию сделать. Обратная секционка, потому что есть центральная полоса, и если ее сместить, то есть начать от края, как пойдет, перекос, коррекция фигуры визуальная, никто не отменял, я бы была кособокая. То есть... Ну ты расскажи, как мы эту пряжу, вообще, как это изделие родилось-то, оно же ведь не просто пошла и захотела связать секционки. Нет, ну захотелось нам, да, мы захотели связать и секционки. Пошли покупать наш излюбленный магазин, оптовый магазин пряжи. Пришли, что... там два вида пряжи. Вот эта мракотень лежит и яркая ядерно-красная, красно-черная, просто вырвиглазная. Ну, я хочу сказать, что если бы у нас не стояла задача связать именно из секционки, то мы бы взяли три других вида пряжи и создали бы из них что-то. Да, но нам понадобилась задача. Секционку. Мы захотели. Вот стукнуло. Хотим сейчас из секционки. Вот сию минуту хочу и все. Вот пока есть такая идея, пока она горит, нужно ее хватать и вязать. Потому что, когда мы говорим, да на базе этого можно связать еще 100 изделий, ушла идея, ушли эти 100 изделий. И вернуть, и вспомнить, что хотели, уже не получается. Поэтому есть идея, надо срочно брать и вязать. Пошли вязать. Фонарик из секционки. Прямой силуэт. Здесь кажется, что это квадрат. Но если вы возьмете прямоугольник и сделаете защипы, защипы причем нехилые, тут посмотрите, достаточно много защипнуто, то у вас никогда в жизни этот прямоугольник не ляжет. Он будет тянуть во все стороны. А я свободно руку опускаю руку. Руку не поднять будет, да. Я поднимаю руки. И у меня нет подмышкой мешка. Вот ты вот так вот. Вот в принципе это почти на 90. Ну, и нету ни мешка. На плече нет мешка, под мышкой нет мешка. Рука свободно висит, поднимается. То есть это очень интересное. Здесь суть была в том, чтобы создать силуэт, сложную выкройку, то есть вот подогнать выкройку под вот эти вот задачи. Это одна задача, это Светланина. А моя задача была эти полоски распределить. То есть этим я занималась уже. То секционку делила. Пряжа мрачная. Вот мрачная. Это прямо видно, что она. А такая... мы еще и серого добавили вот сюда, чтобы. Ну, видите, оно широкое, и это серое, как бы бока убирают. То есть коррекция фигуры, она тем интересна, что есть яркая какая-то часть, которую видно. А серая уходит в сторонку, и как бы вот я становлюсь гораздо стройнее. Его не видно. Это тоже вот такой вот. Ну, вот здесь, вот прием на приеме. Вот эта полоса, она, в принципе, одна из вот этих всех. Мрачные и одна белая. Весь вопрос был в том, где будет эта полоса. Мы ее сделали по центру, и все, и внимание сразу все ушло сюда. Да, и изделие по-другому смотрится, чем когда мы вязали образец, и она сбоку была. И все, и непонятно, что это. Ну и вопрос, и чего тут мается? Берешь секционку и вяжешь. Ну попробуйте, у вас в жизни так не ляжет, потому что это целая работа была по перемотке, по распределению, по подгонке. Ну, не так все просто, было просто, мы бы это не вязали. Вот, и я хочу сказать, что вот эту майку, точнее джемпер этот с фонариком, мне, вот есть вещи интересные, Наталье, например, интересно змейку было вязать, а мне было фонарик необычно интересно вязать, потому что нужно было вывязать прямые линии так, то есть найти вот эту форму, чтобы она была вывязана прямыми линиями, чтобы не видно было, что форма там совсем не прямоугольник.
как вывязать так, чтобы казалось, что это прямоугольник. После сборки оказывается бац и прямоугольник, а на самом деле не прямоугольник. То есть начинаешь, когда раскладывать уже готовые изделия, ну вроде ну, видно же, что прямая линия. А как она вот так вот раз и пышные складки. Ну то есть мне как математику невероятно интересно было решить эту проблему. Это ну, как да. Найти вечный двигатель. Вот просто. Ну и да, пошел вопрос, но секционкой это каждый может. Ну, хорошо, тогда усложняем все задачи. Мы делаем секционную пряжу без секционки. То есть задача, некий контур, вот как здесь. Ой, слушай, опять что ли оно отключилось? Где? Вот она, вот закончилась опять. Нет. А, в Ютубе. Чего, как всегда, нет, трансляция идет, 9 зрителей. А, усложнили себе еще задачу, сделали секционку, ну, самолепную сами. Нет, проблема-то заключилась в том, что в феврале произошло то, что прекратились поставки пряжи. Вся, которая была, ее выкупили, и все, пряжи нет. Что делать? Остались какие-то там мрачненькие тона. Вот мы пошли и купили белорусской пряжи веселенькая. Ну, тонкая, которая понравилась. Да. Тонкая пряжа. Кстати, причем очень комфортно. Белорусы не так плохо делают. То есть цена-качество, кстати, очень прилично. Понятно, что это не итальянский меринос, но для тех целей, для которых вяжем мы, да. Идеально подходит. Потому что, опять же, мы вяжем не там, на дорогой заказ, мы вяжем для себя. У нас экспериментальная фабрика, можно сказать, да. Штучных изделий. Да. И для нас это прекрасно подходит. Поэтому изделие, в котором секционка... Поставлена была задача. Да. Вот. И мы с этим заданием справились. Кто нас заставлял, кто палкой бил? Да никто. Просто вот охота пуще неволи. Сами себе даем задачи, сами себе ограничиваем всеми способами. Что у нас секционки нет? Есть. Но взять то, что есть, то, что готовое, это не представляет интереса. Нет... чувство победы. Может, это мужская черта какая-то, но мы же не доски возим, не быка загоняем, мы вяжем. И вязание это тоже... Ну, так вот, опять же, это изделие мы вяжем, есть вещи, которые вяжем на тех, кто владеет программой дизайн или КНИТ, а есть вещи, которые на новичков. Ну вот это изделие, можно ли сказать, что это совсем на новичков? Я могу сказать, что это ручной расчет, и в нем я показываю очень интересную запись вязания. То есть здесь, конечно, уникально это изделие тем, что с ним справится даже новичок. Но изделие создавать для себя, но жаккард, либо перфокарты, либо да. Владение электроничей. Выкройка и расчет идет в ручном варианте, потому что это изделие программа связать не поможет. То есть градиент она вам не сделает. Рассчитать в программе гораздо сложнее, чем руками. Но если нет жаккарда, то можно вязать просто градиентом. Я говорю, можно просто градиентом. Да. Тоже будет очень, не будет да. Вот такого распыления, будет просто смена цветов. Тоже очень интересный эффект. Вот, и поэтому мы сегодня решили специально рассказать о том, что... упрек, что все ваши изделия одинаковые. Вот мы сели с Натальей и говорю, слушай, давай посмотрим, может быть, действительно у нас все изделия настолько одинаковые, что мы, может быть, просто не видим, как это, взгляд замылен. Но у каждого изделия своя история. Это вот просто, вот как у сегодняшнего эфира будет, наверное, история. Своя история. Так и у этого. Я надела следующее одинаковое изделие. Это... другой принцип, то есть отработали жаккард, отработали секционку, уже неинтересно. Да. Следующий. Мне давно свербило сделать платинка, платирование. Видите, с одной стороны один цвет, с другой стороны другой цвет. Очень у многих машины вяжут, платирование, к сожалению, не сделать руками. Это особенность нюанса машины вязальной. Многие машины вяжут, поэтому можно. Нет платировки, можно сделать и другому способу. Поэтому платировка. Хотелось, надо вязать, потому что тоже неосуществленная мечта, она потом будет портить настроение. Связали, но просто взять и вязать двулицевое полотно, интереса нет. Надо какую-то заковыристость и сюда. Вот Марина, все изделия разные, да. Мы тоже так считаем, нам так кажется. Вот. Нам очень понравилось, как меняет цвет пряжа на... платинги, потому что этот цвет светлый, такой слоновая кость, этот цвет ядерно-бордовый, портвейн, вот он цвет называется портвейн, поэтому мы изделие назвали портвейн. Так вот,
цвет получается размытый. И нас эта тема сильно заинтересовала, и следующее изделие мы вязали уже, используя вот этот прием, но не платинг, а именно смешивание цветов. Ну, я смотрю, я думаю, про что ты такое будешь рассказывать? Что мы такое смешивали цвета? На самом деле, мы купили с Натальей, поехали когда покупать пряжу, то я бы не сказала, что вот прям вот огромный был выбор, то есть уже там это, половину выкупили, и поэтому приходилось покупать из того, что есть, что нравится. И ну, цвета, на самом деле, очень приятные. Очень приятные, но... связать чисто желтые, вот, значит, все изделия будут чисто желтые, но добавляя туда какой-то микс, мы получаем совершенно другой цвет. То есть, миксуя 2-3 цвета, мы получаем огромное многообразие цветов. Мы не применяем никаких суперприемов, мы миксуем прямо на вязальной машине. То есть, самое главное – подобрать те цвета, которые сделают тот оттенок, который вам нужен. Вот здесь и зеленые, вот сейчас я вам покажу. Да, вот и желтый покажи, а желтый у тебя желтый здесь? Ну вот. Но он не совсем тот, но гораздо ярче. Вот, смотрите. Вот, очень-очень контрастно. То есть ярко, позитивно, но контрастно так, что прямо режет глаза. Да. Вот если немножко разбавить... Я бы сказала, он выглядел как светофор, желто-зеленый. Вот да, четко, очень резко, очень резко. Очень резко. И вот цвет-то красивый, но сочетание с золотым прям по глазам бьет, сшибает. Поэтому мы его немножко притушили, разбавили. Получился очень замечательный такой эффект. Гораздо спокойнее, позитивнее, ничуть не менее ярко, но менее раздражающе. Я бы сказала, что он стал выглядеть как будто с блеском. Как будто бы нитка шелковая. Патинка такая, да, появилась. Да, да. Очень интересный приемчик. Прием-то ерунда. Вы просто добавляете нить. Причем не обязательно она должна быть успокаивающей, она может быть очень контрастной. Вот как змейку. Вот, между прочим, вязали, про змейку. Вот сейчас давай я покажу змейку. И посмотрю. То есть, купив несколько мотков пряжи, мы поняли, что если мы будем вязать, то наши изделия будут все одинаковые. То есть, если голубые, потому что там размотку не делают, и можно взять только килограммами. И здесь... Что? Бобинные. Да, бобинные. И изделия все были бы одинаковыми. Вот для нас это просто неприемлемо, это скучно. И мы решили, во-первых, в этой змейке... Ну вот обратите внимание на вот эти вот рисочки. А подойди поближе, может быть. Они показывают направление. То есть, видите, они все в разном направлении заломаны. Цвета, вот смотрите, мы взяли два цвета, смиксовали. Вот ярко-голубой ядерный, ничего общего. И... Опять же, вот этот зеленый, ламинария, она тоже очень темная. Но совместив их, сложив просто в две нити, мы получаем вот такой вот совершенно убойный эффект. То есть цвет даже не между ними, это какая-то морская волна получилась. Очень приятное и очень такое интересное сочетание. Но задачу, которую мы сначала ставили, это чтобы у нас змейка была видна. Потому что если этого не делать, вот, то мы получали полотно равномерно с дырками. Они загибаются, и это все отлично видно. Кстати, видно здесь, как у меня уменьшается количество змеек, да. То есть размер. Все это уходит в одно направление. Опять же, бусины, которые мы сюда выбрали, мы же провели голосование. Мне всегда хочется посмотреть, а совпадет ли мое нетрадиционное мнение с мнением общества. И вообще, вот вообще никогда не совпадает. На самом деле мы голосование-то проводим, но все время все делаем по-своему. Вот такой вот пускай. Не, на самом деле мы уже выбрали что, а потом спрашиваем, а что вы думаете, а как бы вы сделали? То есть мы не ориентируемся на решение общества, которое нам скажет, что делать вот так. А мы... как бы проверяем, а что общество думает по этому поводу. Но общество думает противоположное. Самое интересное, после этого нет негативных комментариев, я бы сделала там бусины черные, потому что большинство выбрало черные бусины сюда, большие, вот ты показала. Вот эти маленькие розовые. Нет, мне кажется, серые выбрали. Они номер пятый, первый номер были большие, черные. Потом... Да. А пятый это серебро. Мелкие серебро. Мелкое серебро. Его вообще было бы здесь не видно. Он бы растворился. Да. То есть получается такой вот контрастный, насыщенный цвет и мелкие серебряные бусинки не видны. А здесь задача была сделать соединение, то есть сшивать вот, грубый шов. Да-да-да, вот покажи вот этот образец. Нет-нет, на котором мы пытались, мы искали вариант сшивания, где у тебя двухцветная? Ну, ты на нем сидишь. Мы искали, как соединять. Можно было соединять, вот видите, в процессе. То есть вот они, перевитие в процессе вязания, вот они.
перевивали одно, другое, разные виды, такой вид соединения, такой, такой, такой. Вот попробовали и решили, что... Не подходит, не нравится. Вот все не нравится, да. Все не нравится, все не то. Несмотря на то, что они все в одном направлении, это делают даже не в том, что углы идут, а просто мне эти виды соединений, тут много, не понравились. Если мне не нравится это, значит, мы ищем другой результат. Но! Вот мы сделали бусинами, но это не значит, что это единственно возможный вариант. Он нам не понравился. Мы перепробовали еще 4 дополнительных результата. Еще не перепробовали мы, чтобы его сшить. Сшивать даже не стала. Даже не стали, потому что оно грубо смотрелось бы. Ну, смотрелось грубо, и особенность этого вязания в том, что нужно было бы подбивать, вот, делать его неравномерным, чтобы вот они совпали, эти змеи. То есть, ну, это уже ловля блох, ну, вот на мой взгляд. То есть, нужно ли это делать, не нужно. Нет, я считаю, что, во-первых, бусины здесь очень сильно, как морская волна и жемчужины. Вот у меня эти бусинки, они чуть-чуть розовые. Ну, можно розовые. Было не змейкой, а морским назвать. Да, да. Морской змей. Морской змей, да. Змей морской. Морская змейка. И мы оригинально использовали, ну покажи сбоку. Да, сбоку, видите, дырки. Дырки ну, себе, делайте, дырки. Ну кто так делает, но никто так не делает. Мы назвали это подложкой, смотрится. То есть это футляр, естественно, но когда на пляж ходит полуголые, никого это не возмущает. И лето, все-таки лето, дыры, вот надели себе вниз что-то. Причем можно хлопковую футболку, можно взять обычную футболку и обрезать ее по форме вот этой майки. То есть обязательно вяжете первую, обрезаете по ее форме и получаете тот футляр, который вы хотите, который вам темный, светлый, причем самое интересное, светлое, вот у меня есть розовое. Мы когда готовились, то мы приобрели даже несколько... Вот розовая утягивающая такая майка, она не смотрится уже не так. То есть мы попробовали на разных видах. И белая, розовая телесная, черная, вот эта вот коричневая, вот тоненькие лямочки. Ну, широкими лямками. Широкими лямками. То есть мы попробовали разные варианты и выбираем тот оптимальный, который наиболее подойдет. Кстати, по поводу как раз вязания, по поводу того, с чего начинать. С чего же начинается творчество? Мы не обсудили этот вопрос. Кстати, очень важный, очень интересный. С чего начинать изделие? Потому что стукнуло в голову или потому что вы подбираете под какую-то пару? С чем будете надевать? С юбкой, с туфлями, с брюками, с какими вот, брюками? Вот знаешь, почему я не люблю вязать по чужим мастер-классам? Потому что ты не знаешь, с чем это носить. Вот человек показывает, а ты видишь, что у него какие-то белые брюки, раз. А потом у тебя белых брюк нет, первое, а у тебя потом фигура другая. И все, и ты понимаешь, что это изделие тебе не подойдет. И поэтому но, первым самое делом... Самое интересное, девушки, когда они видят красиво там, значит, это так же значит, красиво будет на мне. Ну, кстати, поднимись. Не всегда, к сожалению, так получается, поэтому совет такой. Прежде чем начинать что-то вязать, посмотрите, с чем вы будете это носить. Длина, ширина – это очень важно. Вы свяжете широкое и длинное, а у вас брюки широкие и длинные. Будете как пугалом, балахон такой, балахон и балахоне. Некрасиво. То есть подбирайте. Нет, вот первым делом, вот я говорю, что мы когда стали придумывать эту майку, то первым делом пошли, перерыли, что у нас есть черного, серого, белого. Чего не хватило, то докупили. Потому что мы поняли, что а вдруг на теле будет смотреться, ну, как бы не очень хорошо. То есть у нас еще не было майки, у нас уже было, с чем мы будем носить. Да. То есть мы выбрали брюки, с которыми будем демонстрировать, и топики, с которыми, потому что на голое тело, ну, не все готовы. Дырки такие серьезные, готовы, серьезные да. Дырки. Топик, вот что телесный, что какой-то другой, надеваешь уже не так критично. Ну вот я, например, не люблю, когда нижнее белье просвечивает. Ну, возраст уже, наверное, не тот, как бы все должно соответствовать. Ну да, чему-то. Демонстрировать повышенную сексуальность, вот не все поймут, да. Поэтому с сиреневым этим бюстгальтером надевать какую-нибудь там желтую эту. Некоторым все равно, да, еще раз. А, Ирина, пожалуйста, с розовым футляром покажите. Ну, давайте, сейчас покажу с розовым футляром. Вот, и вот эта майка, мы с Натальей сегодня, когда перебирали вещи, то мы нашли вещи, которые были связаны 5-7 лет назад из хлопка. Вот когда мы их вязали в те годы, то казалось, ну, а что такого-то? Ну, крючком же вяжут. Крючком получается вообще жестко, на машинке-то так помягче получается. Но сравнивая вот эту майку, которую мы связали с теми, что... То есть она имеет состав шерсть с акрилом, да? Да.
И тем не менее, она смотрится на теле гораздо комфортнее, шерсть с акрилом, чем хлопок, чистопородный хлопок, но толстый, который вяжут крючком, который дубовым колом смотрится. Вот он розовый, и на нем вот получается, Светлана даже не поверила, говорит, сейчас надень майку, говорю, я уже в майке. То есть просвечивает, вот на наш взгляд, с темным немножко лучше. Мы специально связали универсальный голубой с зеленым, ровно для того, чтобы видите, можно было и на черное. Светлее, потому что засветка сразу пошла на экране, видно. Да. Чтобы можно было носить и на светлое, и на темное. Потому что если бы он был чисто голубой, то вот это розовое бы сливалось все. И посмотрите, как интересно смотрятся эти полоски. Как кажется, что вообще просто рябь такая, непонятная. Интересная. А на самом деле это всего лишь две нитки параллельно укладываются. То есть обычно стараются их смешать, а здесь наоборот. Задача была, чтобы они шли параллельно, как можно дольше. И за счет этого вот такое резкое разделение. То есть это не то, что задача была, а мы просто... Лучше будет смотреться изделие. Потому что чем резче переходы, тем более... Может, наденешь, оно так непонятно. Вот в таком виде оно непонятное. Пятый раз пропала связь. Так, Ирина, спасибо. Опять, сегодня кажется... довязала платье из бобинного льна. Почти все нравится, но воротник буду перевязывать. На самом деле не бойтесь перевязывать и переделывать. Потому что вещь, которая... Где надевай, и я говорю. Ну, давай про негатив. Ну, сейчас про негатив расскажем. Вот мы с Натальей не боимся переделывать. Вот я говорю, почему у нас, мы решили, что будем проводить посиделки раз в две недели, потому что хочется все-таки рассказать о каком-то новом изделии, о каком-то новом открытии, о чем-то. Вот в этой майке Наталья, например, не рассказала об отделке, которую мы использовали, потому что задача была связать все на одной фантуре. И мы думали, как нам сделать так, чтобы все-таки изделие вяжется, оно свободное, надо горловинку подтянуть, проймы. То есть мы-то можем связать, чтобы оно облегало, но как передать новичку, чтобы это все у него облегало? Очень тяжело. А, кстати, да, ну вот... Вот изделие, вот смотрите, чем хуже ложится секционка, чем ярче. Обычно секционки задача сделать плавные переходы, смиксовать, завуалировать что-то. Здесь, наоборот, чем резче вот этот переход, тем интереснее эффект. Поэтому... Нет, с этой кофтой вообще недавно встретила эту кофту. Наша выкройка, наш прием, девушка пишет. Неделю думала, голову сломала, вот что получилось. Делала образцы, сделаны вот эти наши планочки, но это явно купленный мастер-класс, и по нему пишет, что я так долго думала, так страдала, вот так подбирала. Вот какой я дизайнер. Вот связалась. Ну, смешно. Ну, на самом деле, вот кроме, ну, как детей, да? Ну, ты что видишь, вот обманывает, что? Да? Ну, что? Ну, дети, ну, что с них причем, возьмешь? Самое интересное, человеку стыдно написать, что я купила мастер-класс. Вот почему так стесняются? Вот я не знаю. Вот мне кажется, что говорить о том, что я учусь и я познаю мир, мне кажется, это наоборот. Нет, человека наоборот... поднимает. Вот тебя поднимает в глазах общества, что ты не лежишь на диване, пиво не пьешь, а что ты учишься. А человеку стыдно сказать, что он учится, постигает у мастеров, которые вот креативные. Ну, купить мастер-класс – это не позорно, это нормально. То есть свежишь то, что не делаешь. Ну, все люди разные, да, на самом деле, поэтому учу уж там. Ну, связала – молодец. Да. Да. Лилия, я новичок, мне нравится то, что вы вяжете, как можно научиться так вязать. Приходите в нашу школу машинного вязания из Бобвязальни, там мы учим. Вот как раз это изделие у нас входит в курс, когда мы изучаем программу. Ну, входило, может быть, и изменим. Может, оно и будет входить. То есть мы периодически делаем такой подарок нашим учащимся, когда вот этот урок, иногда один урок, иногда вот сейчас у нас закончился курс, когда мы предложили... Три урока было. Четыре. Четыре. То есть одно основное и три дополнительных. Одно основное и три дополнительных можно было вязать все. То есть не на выбор, за а одну все цену, подарили. За одну цену, то есть мы в одну цену включили все эти изделия, которые вязали вот несколько периодов. У нас бывают такие подарки, поэтому... Приходите учиться, вы тоже будете так вязать. В периоды активной как это, доброты или жертвенности, нет, да? Нет, ну это не жертвенность. Нет. Вот приступ повышенной да. доброты, да. Да. Вот я бы сказала, что когда хочется... Вот я хочу сказать, что когда началась, не будем называть это, потому что YouTube блокирует, то...
была жуткая апатия, жуткая апатия. Ну, потому что ты понимаешь, что что-то изменилось так, что уже не понятно, и мы, что было. И мы начали вязать игрушки. И мы сказали, что будем вязать их до конца, да, пока все не выздоровеют. Но мы продержались сколько там, 12 или 15 серий мы связали. Ну, мы связали игрушки. Кстати, игрушки на свободном доступе на канале YouTube. Там целая галерея. Поэтому заходите, они все в открытом доступе, можно смотреть, вязать. Это был приступ, как называется-то, невероятной щедрости. Вот, на самом деле, как это назвать по-другому-то? Нет, вот формулировка есть какой-то... Аттракцион, да, невиданной щедрости. На самом деле мы тоже выходили из стресса, потому что сидение дома, тоска, и вот как-то кажется, боже мой, что же это? И сами развлекались, и развлекали, девчонки развлекали своих детей, вместе вязали эти игрушки. Потому что, да, было не выйти. Мы читали сказку, и по ней вязали персонажей. Поэтому, если интересно, заходите на наш канал YouTube, и там эта вся сказка у нас представлена в свободном доступе. Вяжите, получайте удовольствие. Кстати, дети действительно сидели и ждали эту сказку, потому что она, как все остальное, тоже из головы взятая, нетрадиционная, нестандартная. Про деда с бабкой и репку, и, в общем, там наворотили такого, что самим уже не вспомнить. Поэтому все это очень интересно, все это действительно здорово. И так, а сколько стоит, как записаться? Вот школа, есть почта? Вот внизу под каждым видео есть почта, пишите на почту, мы вам лично напишем, потому что сейчас у нас группа не набирается в течение лета, потому что все разъезжаются, и группу, группе просто не собрать. У кого грядки, у кого поездки, у кого что, поэтому... У кого грибы, у кого дети. Индивидуальное обучение, стоимость та же, как в группе, но все идет индивидуально. Вы получаете урок, отвязываете, присылаете домашние задания, Задаете вопросы, получаете рекомендации. Все, обратная связь входит в стоимость. Вот и уроки бессрочно попадают на ваш компьютер. То есть вы скачиваете уроки себе, никаких сроков просмотра нет. Да, ни месяц, ни два месяца, ни год. Никаких ограничений. Уроки остаются у вас. Единственное, что ограничения, ими нельзя делиться, ими их нельзя продать. Они закодированы. Поэтому уроки ваши, смотрите сколько хотите. Привязываются к одному компьютеру. Да, задаете любые вопросы, и мы с вами решаем все ваши индивидуальные личные проблемы. И с машинкой, и с вязанием, и с вопросами по урокам и прочее. А вот ты еще не сказала, что вот это изделие вяжут на третьем месяце обучения. То есть третий месяц начинается, и мы вяжем вот это изделие. Третий месяц – это работа с программой. Программу изучают все, потому что программа KnitStyler или дизайн книг не привязаны к машинке. То есть это миф, что она может работать только с электроникой. Программы сами по себе – это автономные программы, которые создают выкройки, узоры и все остальное. Ими можно пользоваться и на Неве, и на Северянке, и на Тойоте, и на Ладоге, и на чем угодно. И спицами, крючком нельзя. Да. А спицами ручное вязание тоже можно пользоваться этими программами. Они составляют выкройки, делают расчеты, и поэтому мы обязательно включаем эти программы в курс. И это отчетное изделие, то есть это практика по работе в программе. Вот вы купили вязальную машину, и через 3 месяца у вас будет вот такое изделие. Ну, или такое, или подобное. Сложное, то есть сложного разрезания. На самом деле оно не то, что разрезанное, просто выкройка разрезана. Выкройка резается на кусочки, и каждый элемент вяжется по отдельности. Рассчитать руками это вообще невозможно. Это изделие относится к разрезным. Это одна из моих самых любимых техник. Разрезная, очень ее люблю. Нежная и трогательная. И прям мечтаю связать что-нибудь еще. Но мечт слишком много. И как вот Светлана меня отправила за этими фестонами, хочу показать вам фестоны. Так, Ирина ездила в Беларусь, задарила брату жилетку. Фото делать отказался, понравилось. Говорю, вот тебе на рыбалку и работу хоть. Ответ, с ума сошла, на работу жалко. Вот и пойми этих мужиков. Но мужчина на самом деле настолько не... Знаете, как интересно смотреть, когда женщина вяжет своим мужчинам, присылает фотографии. Ну, такие измученные стоят. Вот действительно, он отрабатывает, там, не знаю... Пахоту, вот тут пахал. А детей попробуй заставить. Дети вертятся, дети как Егор, а мужчина стоит, вот он мучается, но он стоит, он помогает. Это, это очень ценно. Помощник, да, на него связали, он демонстрирует. Да. Ну давай, про фестоны. Так, Лили, у меня Нева 2, приставка, пригодится ли приставка в обучении? Нет, я на приставке вязать не учу, но если вы будете вязать резиночки, прекрасно. У нас есть видео, да? Есть видео на канале YouTube, бесплатное, свободное видео, как вязать на приставке. То есть тоже посмотрите, если не знаете, где найти, пишите, мы вам дадим ссылочку. Так вот, фестоны. Все это на однофантурной вязальной машине, эти фестоны...
Вот, если посмотреть снизу, они вообще больше на 24 ряда. Мне очень нравится, понравилось эти фестоны вязать. Когда говорят, фестоны это 5 рядов, не больше, это вязальный миф. Фестоны могут быть любыми. Я могла связать и больше, и 30 рядов, но они начинают уже загибаться. То есть физически не зажать столько полотна. То есть они становятся уже менее симпатичными. Поэтому здесь фестоны на 24 ряда машина Сильверит. Поэтому, когда говорят, что у меня эта машинка не вяжет, реальные фестоны, вот Нева 2 у меня разработанная, рабочая, активная. У нее рекорд 12 накидов. То есть реально 12 накидов может провязать. Здесь 24. То есть это значит, что такое, если Сильвер вяжет, кто угодно свяжет. Потому что это Сильвер Бразер, это одни из таких капризных машин, которые очень... с ними надо очень аккуратно, осторожно и договариваться. Слушай, ну вот я хочу сказать, что вот я ее трогаю и не ощущаю, что это шерсть. Ну вот, так она шелковистая. Вот, вот есть вот эту шерсть, вот трогаешь, вот, вот она шерсть взять... и шерсть. А вот если надеть... Вот если взять вот этот хлопок, хлопок новинка, он тяжелый и он как камень, он такой, да, вот, да, жесткий, да, грубый, то, да, есть ходить в нем неприятно. То есть она вроде как летняя для хлопка. Он очень комфортный, но он мнущийся и очень жесткий, вот как кольчуги, чувствуешь себя действительно как встал, и вот чтобы спина не сгибалась. То вот это как шелк, оно вот... Ничего не весит. То есть вот это вот, оно вот видно, что оно такое дубовое, а это оно вот... живое, как бы вот. И самое главное, что это не, ну, понятно, что оно дырчатое, легкое, но остальное изделие, которое мы вязали из этой тонкой пряжи, они такие же. То есть акрил с шерстью, это не значит, что это не летняя пряжа. Да. Но на самом деле купите бобину хлопок. Да. Вот тоже с акрилом. Тоже с акрилом. То есть чистый хлопок, если недорогой, он будет дубоватый. То есть синтетика на самом деле это не зло. То есть не надо думать, что если там добавлена синтетика, нет, это... Нет, когда говорят, что я не покупаю в магазине, потому что я не знаю, с чего сделано. А вот когда я куплю пряжу, я понимаю, с чего она сделана. Ну и что? Ну и что? Ну купили вы хлопок вот... А, кстати, обратите внимание, спортивная одежда, в которой бегают, потеют, нужно, да, движение, синтетика. Да. Почему? Потому элитная вся дорогая элитная одежда. Элитная дорогая одежда, она вся синтетика. Почему? Потому что современный полиэстер, он не тот, что был там 15 лет назад. К полиэтиленовому мешке себя чувствую. Современная химия шагнула далеко, и эти изделия, эти вещи... Они пот отводят, дают дышать, и... Да, в них чувствуешь очень себя комфортные, гораздо комфортнее, чем вот в этом дубовом хлопке, который чистый, экологичный, он мнущийся. Он пот впитал в себя и весь на тебе держит, и не вот испаряет. И вот эти мокрые, извиняюсь, подмышки, это не самое эстетичное, что есть на женщине. Да. На вот этом такого ужасного эффекта не будет. То есть тоже все... Надо. Там вот какие-то комментарии, нет? Нет, просто так. Вот, поэтому вяжите разные изделия, получайте удовольствие. Вот у нас, как... Садись ближе, что-то уехал куда-то. Как мы все время... Проект закончим. Стираем. Пора, стираем, да. Вот обнуляем. Все обнуляем. У меня свои привычки, у меня, когда я заканчиваю, я сейчас все закончила, довязала, дошила. Мы решили, что все, на этом закончили. Бусин хватит, шивать ничего не будем. Готовы, фотографии сделали. Это значит, что я все убираю со стола, я убираю все бумажки, все конспекты. Все, я даже могу вам показать мешок, коробку, сразу сказала, что не надо, я вам показываю. Это пряжа от предыдущих отработок. Вот я отдаю маме, но ей нечем заняться. Она мне делает, распускает эти все мои отработки, их могу, потом можно, на, опять же, на эти же образцы и пускать. То есть целая коробка вот этих... Нет, а вопрос, а для чего ты вот это показываешь? Потому что... А для того, что я к тому говорю, что я когда заканчиваю проект, я все убираю, убираем. Ну, можно выбросить, а можно, но все-таки нет, пряжа хорошая. Я бы сказала, вот я бы другую подводку сделала, ну, что очень многие боятся переводить пряжу на образцы. Ну, да, у многих есть беда вот, такая. И беда эта заключается в том, что... На образец, на образец пряжу, стирать. Водку разбить. Вот это из этой серии. Слушайте, ну тут я не знаю сколько, не 50 грамм пряжи, ну, тут я не знаю, деле, 20 грамм пряжи связали и выбросили. Но зато у вас изделие будет по фигуре отработано, и вы получили ровно то, что хотели. Ну вот я по себе говорю, что почему у нас так много, ну 2 недели мы делаем образцы, все это делаем. Ну потому что, ну так, чтобы сказали, все,
Вот не прибавить, не убавить, лишнюю бусину не нашить, и вот если отсюда убрать, вот изделие недоделано будет. Вот это изделие без бусин, оно было простоватое. Вот оно, в принципе, нарядное, змейки и все, дырки. Но я говорю, ну не хватает. Бусины, они были рождены в процессе уже вязания. То есть в начальном варианте не было. Мы думали просто за щипы сделаем красивые переходы, там что-то. Но я понимаю, что очень монотонное изделие получается. Несмотря на дырки, несмотря на это. И чем добавить? Вот можно было голубую, можно было сделать голубые перетяжки там или еще что-то. Но нужно было яркое пятно, которое с этим вообще не в контрасте. В контрасте. И мы посчитали, что именно не белые, а именно розовые бусины-пуговицы здесь самые будут интересные. Они не ядреные, они тоже такой слегка притушенный цвет. Они перламутры. Это перламутровые бусы, да. Перламутровые бусы мы распустили на... Жемчужинки, да. Да, то есть жемчужные бусы, да, мы распустили на вот это. И это вот к вопросу об образцах и об этом. Мы не пожалели отрезать эти бусины, то есть распустить вот это колье, а вдруг бы у нас не подошло. Но как значит, же я буду распускать, если вдруг же не подошло? Колье, да, ну. Причем натуральный жемчуг, ну, я, вот когда мне захочется, я его отпарю от этой майки и обратно сделаю это колье. Поэтому я же их не выбрасываю. То есть, вот эти страхи допустить ошибку, понимаешь, вот почему образцы так боятся? Они боятся допустить ошибку и пряжу эту выбросить. И поэтому они допускают ошибку на изделие. На самом деле, я хочу сказать, что у меня такое количество образцов, потому что мы с нуля, мало кто таким изысканиями занимается. Да. Поэтому у вас всего лишь небольшой образец и отвязка каждого элемента. Нет, если вы покупаете мастер-класс у нас, то все ошибки за вас мы уже сделали, мы вам даем готовый вариант, если у вас вопросы, вы всегда их можете задать. Который вам остается только переделать на свои размеры. Но если вы хотите получать удовольствие от поиска вот этой своей формы, своей идеи, ну, таких как мы, я бы не сказала, что таких много. Вот фанатов, которые... для нас это хобби, которое приносит доход. Вот я бы так сказала. Но таких, как мы, не так много. Потому что мы принципиально не вяжем на заказ. Потому что мы принципиально не можем договориться с заказчиком. Потому что потому что заказчик приходит с какими-то примитивными изделиями, которые неинтересно вязать. Они не приносят эмоций. Сдохну, грубо говоря, вот вязали, как вязальщица, я не могу вязать вот простоту. Одно изделие я могу, ну два, а дальше, ну... Заказчики приходят с одним и тем же. Им нужно отрезной рукав, туничка там до середины бедра. Косы, либо ажуры. Ну, Светлана, мне все, надо все заткать аранами, но у меня тоска. Сначала мы хотели араны, потом Наталья сказала, что ты представляешь, что такое, зачем мне эта ручная работа? Я говорю, а какую ручную работу? Я буду сидеть и руками перекладывать эти араны. Вот связать змейки в ручном варианте для тебя? Это не ручной вариант, это от машины вяжет. Понятно. Вот видите, вот насколько подход. То есть араны это ручное, а вот змейки это не ручное. Вот человеку нравится, и для нее это не ручной подход. А араны не люблю. Вот ажуры араны не люблю, а это люблю. Вот. Так, вопрос. Лилия, один вопрос. Если видеоролики привязываются к определенному компьютеру, а он еле дышит, возможно, сломается, как быть? У меня старенький ноутбук, и надежды на него почти нет, что делать. И сразу вдогоночку, видео просматривается только через компьютер. Да. Значит, первое, что мы делаем... Да, только через компьютер. С телефона смотреть нельзя. С планшета, с телефона нельзя. Либо с ноутбука, либо со стационарного компьютера. Значит, мы при покупке курсов, то есть мастер-классы, вот такие, как майки, и вот все, что мы продаем вот сейчас, то, что вы видели, их можно смотреть в MP4, они не привязываются к ноутбуку. А вот курсы школы, с 1 по 9 курс, и курс 2 фантуры, и курсы там лоскутного вязания, они привязываются к определенному компьютеру. Мы даем вам персональный код, который будет закреплен, привязан к компьютеру. И если вы передадите кому-то свой код и свои уроки, просто не срабатывает. Но если ломается компьютер, или если вы покупаете другой компьютер, обновили, или переставляете операционную систему, вы просто мне пишете, и я даю вам
другую активацию этого же кода, но на другой компьютер. Ну, ничего сложного. Ничего сложного. Просто написать письмо, просто, и сообщить. Просто написать. Но хочу сказать, что, девочки, не надо думать, что эти уроки у вас будут пожизненно, потому что чем больше вы накапливаете, тем меньше смотрите. Поэтому купили, отработайте. И вам уже не надо будет, вообще будет все равно. Не лазить в эти наборы, не надо лазить в эти изделия. Отработайте один раз, свяжите два раза. Ну, как бы отработайте так, чтобы у вас уже от зубов это отскакивало. И все, и вам уже не важно, к какому компьютеру это привязано. Потому что, когда вы умеете набирать петли, вы связали уже пять изделий, вам уже не надо пять вариантов набора там первого ряда. Пять каких-то или пять вариантов закрытия. Или резинок, или прочего. Вы прекрасно уже все это все. Знаете. То есть... Если у вас эти образцы, отработка, у вас все это уже в голове, в руках. Вы даже не знаете, как много вы знаете, как да. Просто вам будет это все применять. Вот для чего нужно, например, 5 вариантов резинок, или 5 вариантов отделок, или 5 вариантов карманов, или там еще 5 или 15 вариантов чего-то? Потому что, когда вы покупаете какой-то мастер-класс или видите у кого-то уже готовое изделие связанное, то, имея набор вот этих кубиков, вы понимаете, а я бы вот это сделала вот так, или вот так, или вот так. Или вот, дается двухфантурная, у вас одна фантура, а там резинка. Вот, например, вот это змейку, принеси змейку. Это мастер-класс, лежит. Вон он валяется. Не валяется, а лежит. Лежит. Вот это майка-змейка, которую вы можете приобрести, и ссылка на нее находится под этим видео. На самом деле, пока я еще не сделала страничку, мы, наверное, завтра сделаем страничку, на которой можно будет приобрести. Стоимость этого мастер-класса 1500 рублей. Например, эту майку можно было сделать окантовки планками, резинкой, чем? Руликом, ничем, витым шнуром, там косами завернутыми. То есть, если вам не нравятся фестоны, вы говорите, фестоны это старомодное. Да. Старомодное это 18 век, это кринолины. Не хочу такое носить. Я девушка такая современная, да. У меня там другое что-то. Если вы знаете эти способы, которые вы отработали на чем-то другом, и вы понимаете, что это тоже планки, это тоже как бы отделки, вы берете их и меняете. Но вот посмотри, как органично смотрятся вот, если вот эти начало, фестоны. Вот хочу показать вам начало, как эти фестоны смотрятся сначала. Вот они начинаются, и от них идут змейки. То есть каждый фестон – это начало змейки. Вот, вот оригинальное, широкий, оригинальное широкая начало. Широкая змейка, широкий фестон. Ну зачем фестон? Бы мы здесь стали делать узкая змейка, узкий планку? Фестон. Прямую планку. Ну зачем? Можно было? Она можно бы, было. Она была бы обычная. Ну обычное изделие было бы. Сделав так, мы думаем, ну а почему бы на горловине тоже не сделать? Ну само собой. Ну само собой. Также. Ну а чего бы не сделать и на пройме? На самом деле пройма абсолютно не нуждалась в том, чтобы ее делали. Она очень красивая, тонкая была. Но мы решили сделать так, чтобы ну, полностью уж как бы уж и туда, и сюда. И получилось очень цельное изделие. Вот я бы сказала, что ну не убавить, не прибавить. Вот на мой взгляд, не убавить, не прибавить. Нравится все. Все нравится. Вот вообще, то есть реализованы вот все фантазии, все реализованы полностью. И поэтому, когда вы учитесь у нас в школе, то вы проходите там сколько видов набора первого ну, ряда? Сколько много, там? 4 или 5, в зависимости от машин. Сколько-то видов убавок, сколько-то видов прибавок. То есть разные варианты вы проходите. Для чего? Потому что если вы учитесь вязать по какому-то мастер-классу, вот купили майку и говорите, вот я сейчас майку свяжу и уже научусь вязать. И следующее изделие я начну вязать сам. Но если у вас нет кубиков, из которых, если у вас, ну как бы, три кубика, вот вы из этих трех кубиков только собираете одно слово. То есть вам нужно иметь алфавит, чтобы из него собирать много слов. Так, Ирина, ой, мне мама распускает. Ну, чем еще, как, чем мама? Чем пенсионеров занять? Так, а у Елены проблема. Купила курс КНИТ, оплатила заранее, обещано 4 описания, так и не получила, как не быть. Написать как на почту. Как это? Всем отправлено? Отправили может всем, быть, ищите в спаме. Если в спаме не нашли, на уроке вы получали, напишите. Нет, я всем какие? Отправила, и в этом в четвертом уроке была ссылка просто на 4 мастер-класса. Просто на 5. Если вы 5 урок получили, то к нему там же должны быть приложены там было, ссылки на да, изделия. Да. Посмотрите внимательно, если да, найдете. Да. Там было две ссылки. Две ссылки. Первая на
основной урок и вторая на 3 дополнительных изделия. Поэтому это нужно писать не на вебинаре, а в личку. Вы прекрасно знаете адреса. Месяц прошел. Могли написать уже сразу. И не надо было бы... Уже все связали, а вы все еще не получили. Поэтому если какие-то проблемы, пишите про них сразу, не оттягивайте. Такие вещи проще решать вот прямо по ходу возникновения. Поэтому посмотрите или в спаме, или в этом же письме внимательно. Кстати, не все видят все ссылки. Да, вот это вообще много удивительно. Много ссылок в одном письме, что-то посмотрели, и все. То там есть первое нажимают, да, первое нажимают, а там же и вебинары, и все это. То есть там что-то не увидели. Живут, пройдитесь по всем, посмотрите, увидите эти изделия. Нет, у кого-то не открываются, у кого-то еще что-то. То есть проблемы могут быть разные, поэтому пишите... Если письмо ваше попало в спам, вы же прекрасно знаете, как нас найти и ВКонтакте, и в... Ну вот и в Инстаграме, и Фейсбуке мы сейчас не присутствуем по причине... Мы есть в WhatsApp, в Skype, но... у нас есть телефоны, у нас есть Яндекс.Дзен, и вся наша связь находится у нас на сайте в открытом доступе. Да. То есть пишите, звоните. Во-первых, если не отвечаем на телефон, если не отвечаем на почту, сервера иногда почему-то даже не то, что в спам, они мне просто пишут, что данному абоненту письмо доставить нельзя. Все. И ничего не могу сделать. То есть меня блокирует какой-то шлюз, на котором стоит антиспамовый какой-то фильтр, который настроен на какие-то непонятные мне условия. Значит, берете телефон, WhatsApp, либо на телефон напрямую звоните, и находим обходные пути. К сожалению, если вы что-то от нас не получили, я не могу проконтролировать, получили или нет. Вот не могу. Ну, мы можем сказать, что мы отправили, но если что-то не получается, это всегда решается в рабочем порядке. Да. То есть, все, вот сегодня сколько раз мы перезагружались, это трагедия, нет. Поэтому и с письмами... Решили все, и все остальное тоже решим. Поэтому пишите... Нам хочется, понимаете, так как мы не вяжем на себя и не вяжем на продажу, то мы, как вампиры, питаемся эмоциями. Вашими. Своими и вашими. И когда мы видим изделия, связанные по нашему мастер-классу, переполняет эмоции, как будто бы мы сами сделали, но так как для нас это изделие уже давнишнее, и вдруг оно выплывает, и ты воспринимаешь его как только же как новое, как «Боже, какая красота!» Да это же я придумала. До смешного доходит, когда ой, это же я придумала. И ты его воспринимаешь вот как только что заново сделанное. Поэтому присылайте ваши отчеты, мы всегда рады видеть, что я бы не сказала бред, но вот эти фантазии, которые... Визуальные фантазии. Да, визуальные фантазии, которые нас посещают, которые приносят нам огромное удовольствие. И если эти фантазии находят отзыв и у вас, это вообще невероятное удовольствие, потому что, значит, есть люди, которые любят нестандартное мышление. Потому что вот сейчас, в период цифровизации, когда нас заставляют упрощать жизнь, переводить в разряд, нажать одной кнопки, мозг просто думать тупеет. Не надо, решать ничего не надо. Тамара Шпенск, как приятно вас видеть. Добрый вечер, не перестаю удивляться вашему креативу и фантазии. Вот очень, 7 очень лет рада, назад, да, вместе с нами, в 2015 году Тамара училась. Вот я прекрасно помню. И мне кажется, это у Тамары, она расставляла своих мужчин, и они у нее там это шарахались по углам, чтобы мама вяжет. У меня девчонки, да, когда вяжут, очень интересно. Тамара, это у вас там строим, они на цыпочках ходили, потому что мама вяжет. Я убрала сообщение, ты там пугаешь. Ну, я такая, поэтому лучше меня в эфир лучше меня не пускать. Да. Ну, что ты скажешь? Нет, на самом деле, мне очень нравятся мои девчонки, когда сначала жалуются, что вот, муж обязательно не дает, приходит с работы, я на этой громыхающей машине не дает не подходить, а потом проходит какое-то время, смотрю, уроки идут, все в порядке, говорю, ну что, говорит, муж ушел, дети по лавкам. Да. Вот. И мы этот ваш пример приводили много лет. Это вообще просто комедия была. На цыпочках. Два или три сына. Три сына, да. И муж на цыпочках. Мама вяжет. Прям классика. Вот что делает, когда мама довольна. Как бы довольные мужья и дети, и тараканы в голове успокаиваются. Все довольны. Потому что от
вязание, как от творчества, нужно получать удовольствие. Или моральное, или материальное. Если нет ни того, ни другого, наверное, не стоит начинать этим заниматься. Вот я хочу сказать, что в семье нужно не то, что мужа поставить на место и сказать, кто в семье главный, да, но показать, что ты в этой семье имеешь право на свободу. Что? Тамара, не я убрала сообщение, YouTube глючит. Я думаю, вы тут испугались. Подожди, ты меня сбила. Семье надо показать, что все на равных. Все на равных. Что мама – это не прислуга. У мамы есть время для творчества. И не дай бог маме не дать самовыразиться, потворить. Она будет вас воспитывать. То есть, если вы выпустите эмоции в процессе вот создания этого изделия, вы просто не будете, у вас не хватит не появится отрицательные эмоции, чтобы на семью их. Вот творчество, оно глушит негатив. Его просто не будет. То есть, когда у меня девчонки говорят, я бегу к машинке вязать, и муж понимает, видит заинтересованность, он видит, что жена счастливая, довольная, что вот она перестает огрызаться, у нее есть куда выплеснуть эмоции, есть откуда их подчеркнуть, потому что это разнообразие. То есть, если мы всю жизнь занимаемся чем-то одним, это уже просто тоска. Нужно разнообразить. Да. Поэтому и изделия должны быть разные. Если уже некоторые говорят, про «Не дня без творчества». Да. «Не дня без творчества». Мне, кстати, сейчас я не знаю, есть ли такая, такой формат, но несколько лет назад «Не дня без творчества» марафон проходил. И, честно говоря, вот думаю, что же меня так крючит от этого «Не дня без творчества». Вот я обязана выдать сколько-то... Но это не творчество. На гора, да? Вы на гора. Это обязаловка. Угля. А обязаловка к творчеству отношения не имеет. То есть я обязана скопать 10 рядов картошки. «Не дня без картошки». Это вот из этой серии. Это работа, это обязаловка. Это вот я обязана... Вот хочешь, не хочешь, иди вот и вяжи. Нет, вот как можно заставить себя творить? Нельзя. Нет, вот когда приходит вот эта идея какого-то изделия, ее нельзя заставить появиться, вот как бы у меня сегодня задание придумать идею, а завтра у меня задание рассчитать это все, а послезавтра у меня связать полочку там или что-то. Ну как можно вот войти в состояние потока, когда на тебя, вот как некоторые писатели говорят, как будто бы моей рукой, как будто бы кто-то водит. То есть это состояние потока, когда я что-то придумаю, Наталье диктую, я вот так вот глаза закачу и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зудит, да-да-да-да. Наташа говорит, да подожди, ты не успеваешь записывать, а у меня просто идет поток сознания, вот причем структурированный. Ну как это можно заставить, что вот сегодня у меня будет поток сознания на эту сочинение. Тему? Сегодня, вот возьми, это как писатель, я должен написать 10 страниц. Но если действительно такой гений, у него действительно по плану, по полочкам все разложено, все понятно, приятно, и он просто записывает. Это одно. Но когда не писатель, дает тебе задачу написать. Нет, это работа. Знаешь, это уже... Нет, вот писатель, когда у него 10 страниц в день, это работа. Это человек, который имеет образование, специальность. Это связать 10 колготок по одному расчету. Я обязана сдать какой-то норматив. Да, но он ставит задачу не себе получить удовольствие, не самовыразиться, а заработать на этом деньги. То есть это другое, вот другое совсем. То есть... Творчество – это не тогда, когда… Ну, мы так понимаем, что творчество – это все-таки то, что приносит именно удовольствие, а не деньги. Потому что деньги и творчество – это счастье, когда они у вас в одном месте. Но обычно они разнесены. То есть за то, что вы придумали, не все готовы платить. Очень часто никто не готов платить за это. Но вы получили столько эмоций, что вам их хватит на созидание чего-то другого, на поддержание своей семьи, либо на что-то. То есть женщине не обязательно много зарабатывать. Ей важно, чтобы ее семье... Много зарабатывать. Вот Ирина пишет, сейчас прочитаю по поводу. Давай. Так, Тамара сейчас в Египте отдыхает, а там связь плохая. Хорошо отдохните. Желаю вам хорошо отдохнуть. Говорят, сейчас там безумно жарко. Вот безумно. Но связь там плохая. 50 градусов там. Ирина, муж обычно не знает, сколько трачу на пряжу, а в отпуске пришлось рассчитать семейного счета. Вчера получила свой бурет, посылочку, даю ему шоколадку из презента. Он: ничего себе, какая вкусная за такие деньги. То есть он решил, что шоколадка стоит столько денег. Представляете, самое главное сказать цену, и обычная шоколадка будет стоить... Да, и он нормально принял. Нет, хочешь не хочешь, найдешь вкус за такие деньги. Ну, видите, везде... Я не могу сказать, что надо хитрить или что-то, но... Ну, тоже вариант.
Ну, ты видишь, и муж все воспринял нормально. Муж все воспринял нормально. Шоколадка, дорогая жена, да. Хочет шоколадку. Зато жена довольна. И поделилась с ним. Да, вот я купила себе шоколадку, я с тобой поделилась. И... Да. Так, ну, давай подводим итог, потому что мы собирались коротенько этот минут на 40, а все-таки уже получилось 2 часа. 2 часа ровно, значит, да. Вот все, что мы сегодня показывали, вот давай это занеси в кадр, что мы показывали. Первое, что у нас, ради чего мы все это делали, это все-таки майка. Майку, ну ты ее надень. Держи, ну и сколько? Ну, хорошо. Да. Лучше ее надеть, ну ладно. Майка, змейка. Это наше изделие, которое вы можете приобрести и связать ее на однофантурной вязальной машине. Без огромного опыта вязания, без сложных расчетов. Потому что мы вам расскажем, как сделать убавки так, чтобы ваша полочка собралась в плечико, а дальше вы сделаете пошире или поуже вот эту лямочку и получите майку с широким плечиком либо с узким плечиком. Это майка, у которой может быть широкая горловина, широкая пройма. Пройму вы сможете отрегулировать по своему желанию, по тому, как вам нужно. Пройму, горловину вы сможете сделать пошире, поуже, по своему желанию, потому что здесь достаточно свободно, вот это вязание достаточно свободное. То есть это свободная летняя майка, вот такая озорная, с бусинами и с отверстиями, которые будут вентилироваться. То есть ее можно носить на голое тело, на какие-то топики, на еще что-то. Мастер-класс можно купить, стоимость его 1500 рублей. Завтра я сделаю ссылку под этим видео, и вы сможете прямо по ссылке заходить покупать. А также то, что мы вам сегодня показывали, это майка с диагональной рюшей. Стоимость мастер-класса 500 рублей, и вы сможете ее купить и вязать, если у вас есть программа Knit. Это сделано в программе Knit. Самое интересное здесь, это, конечно, вот эта рюша. То есть не столько интересно вот это разрезание, сколько эта рюша. Эта рюша связана двойным ластиком, насколько я понимаю. Да. Но если ластика нет, то что делать? То есть если второй фантур. Это можно вязать на однофантурной машине, просто в одной фантуру ничего страшного не произойдет. То есть если у вас пряжа нормально воспринимает, не закручивается, а если закручивается, вы можете всегда связать ручной резинкой. То есть не так сложно поднять резинку вот на такой объем. То есть не обязательно это делать в каждом ряду, через каждую петлю. Ну, хотите резинку свяжьте, то есть если вы боитесь такую рюшу вязать, вяжите просто немножко покороче. Майка робинзоновка, в ней кайфовая, то что хорошая посадка, вы видели, у нее отсутствует грубая окантовки, отделка окантовки, да. Окантовки есть, они обязательно есть, они все ровные и аккуратные, если посмотреть, никаких резких переходов, никаких ступенек, никаких грубых краев. То есть очень интересный вариант обработки. В расчете на новичка. Очень простой расчет, очень без программ. Одна фантура без программ, то есть одна игольница. 500 рублей сколько? Да. Снеговик. Креативное изделие, если хотите посмотреть, как заполняются между кругами. Нет, как вяжутся плоские круги? Круги плоские. Программы нет, это все руками. Да. Здесь интересно заполнение. То есть, если взять обратную сторону, вот, то видно, что здесь никаких грубых швов нет. То есть, это каждая деталь вывязывается из остальных. То есть, это кайф в том, чтобы вывязать заполнение. То есть, разобраться, как вот это все вывязывается. Деталь... Не вяжется все подряд, а не считается. Такие изделия вяжутся по очереди. Сначала круги рассчитываем по длине, а потом каждую детальку по отдельности. Резинка. Подвязываем, надвязываем. Сложность только в том, что есть резинка. Ну, резинку и тоже резинка... можно вязать планками. Потому что она здесь простая. Резинка Но простая. Здесь есть изменение плотности, которое... Ну, есть, они обычно есть, чтобы резинка хорошо... Ну, а как хорошо... они, если ты не рассказываешь, как планки вязать, то... Ну, резинка в основном, кстати, у многих есть двухфантурные вязальные машины. И да. Нева... То есть лучше смотрится с резинкой. С резинкой смотрится лучше, чем с двойной планкой. Двойная планка все-таки это тяжеловесно. Очень нравится мне фонарик, это, конечно, не майка, но уже прошло половина первого месяца, и как бы получается осень не за горами, а наша задача к осени быть готовой. Да. Вот как день сегодня взять, так можно и курточку надеть. А я в курточке хожу сегодня. Вот.
Поэтому очень интересное изделие, как стыковать секционку, как ее перевернуть, потому что понятно, что если продолжать, у вас секции пойдут продолжать. Здесь они идут в зеркальном отражении. Что такое фонарик? Потому что вот, если вы думаете, что это взять, просто защипать прямоугольник, у вас это не прямоугольник. Это очень интересная конструкция, но на самом деле выглядит сложнее, чем вяжется. Расчет на начинающих, никаких программ тут нет, все ручная работа. Единственное, что воротник у тебя. Резинка. Резинка на рукавах и воротник, но это опять же не фокус, и взять его на одну фантуру. Как можно, на одной фантуре в виде кулирки, либо планочкой. То есть да. Суть здесь не в воротнике, не в воротнике, а именно в горле. Можно обойтись. И без воротника можно обойтись, здесь круглая горловина, можно обойтись вполне без воротника. Это мы придумали вот для того, чтобы здесь еще более... Здесь интересное соединение, более... то есть видите, то есть разделили, что ввели дополнительные цвета, чтобы их немножко оживить. Мне очень нравится внешняя отделка и внешние швы. То есть специально выбрана была самая скучная из всех возможных видов пряж, и различными способами мы ее развеселили. Мне кажется, что вот эту идею мы отработали вот по полной. Да, так мы все отработали. Самолепная секционка, то же самое. То есть при отсутствии секционки можно вполне обойтись своими силами, но здесь нужна тонкая пряжа. То есть если у вас моточная пряжа, она не подойдет. Здесь нужна без программы, без расчетов. Единственное, расчеты есть. Очень интересная запись расчета. Очень на одном листе мы записываем все изделие. То есть это мой личный собственный способ записи. Нигде вы такого больше не найдете. Только в узбек-зальне это мой ленивый способ, который не позволяет ошибиться. То есть на одном листе мы с вами пропишем все изделие. Очень познавательно. Те, кто принципиально не работает с программами, для вас это будет в дальнейшем очень, очень интересный полезно. Кантик. Очень интересный кантик. Да. Поближе поднеси. Ну, кантик, один из моих излюбленных приемов, скажем так. То есть вот он кантик. На всех местах. То есть ну, вот никаких отделок. По низу отделок. никаких утяжелителей тут нет, потому что задача совсем не в этом. То есть здесь в основном идет именно цветовое решение. Стоимость этого мастер-класса тоже 1500 рублей. Мы свои силы ценим, 2 недели жизни. Да. Мы сделали это все за вас, то есть вы бы потратили на это гораздо больше времени. Платирование, то есть однофантурный платинг можно вязать на двух фантурах, то есть эту резинку можно было провязать на двух фантурах. Платинг вяжет очень многие машины, сомневайтесь, может, не может, посмотрите в инструкции к своей машине. Нева и что там, Ладога, что-нибудь, такие простые машины платинг не вяжут. Специальная насадка, либо отверстие в нитеводителе. Поэтому, если машина может, вы вполне можете связать. Если у вас нет платирования, вы можете связать это, миксуя пряжу, как мы это сделали на змейке, то есть две нити. У вас будет ровно вот такой же эффект. Она не будет двусторонняя, она будет односторонняя, но она будет вот такая же красивая. Выбирайте себе тот цвет и вяжите, получается вот. Ну, вот здесь тоже очень много. Вот кажется, что только платинг и все. Отделки какие, что мы там с выточкой делали, то есть. Здесь много-много. Много хитрости. И кантики, и вот эти вот узорчики, потому что с узором тоже пришлось повозиться, потому что если его делать как в образце бесплатном на нашем сайте Избавизуально, здесь переходят перекосы, а мне перекосы не нужны. То есть нюанс именно вот в этих дорожках, они не давали сделать узор как положено. То есть, под платинг он никак не стыковался, то есть пришлось его переработать. Да. То есть очень много ноу-хау здесь, которые, ну... Если вы видите, как изделие сидит на человеке и вам нравится, значит, не все там так просто, как... Ну, в любом случае, я хочу сказать... Когда изделие без фотошопа, да, вот когда вы видите, как оно сидит, значит, вас никто не обманывает. Потому что когда в фотошопе... Статичные фотографии делают. Мне однажды столкнулась я с тем, как девушка говорит, показываю за кулисье свои фотографии. И фото сзади, как... На прищепках. И на прищепках сзади изделие, то есть связано, и оно все какое-то болтается свободно, но фотография получается идеальная. Покупаешь такой мастер-класс, и батюшки, все, что... Прищепки, да. Вот, поэтому... И что надо учесть? Можно сказать, что дорого, а можно сказать, что вы платите за науку. И если бы покупали или заказывали это изделие, оно было бы гораздо дороже. Нет, во-первых, за науку, во-вторых, за то, что за вас
уже провели эксперимент, потому что эти изделия нестандартные. Если бы вы захотели, увидели у кого-то и решили с экрана так это срисовать, то вам пришлось бы все эти ошибки, которые мы делали, переделать, потому что они не видны. Они не видны. Решение не видно. Ну, весенний. Весенний. Я думаю, что ты такое разглядываешь, там брошка, что ли, какая? Да, ну, миксовка цветов здесь, я не рассказываю, но здесь самое главное, конечно, вот эти вот горизонтали с вертикалями, здесь необычный шарф. Шарф связан полным ластиком. Можно вязать, опять же, кулиром, потому что видите, что он загибается, и, в общем-то, его задача здесь просто давать горизонталь и вертикаль, вот это вот соединять. Здесь отверстие. Местоположение, как вязать, как это все распределять. Длина, ширина, какого размера. Интересные швы, очень интересные, внешние, да, такие вот, мне не очень нравятся. Я прям вот, это мой излюбленный прям прием, вот эти вот рулики, внешние швы, я прям их обожаю, потому что когда делают внутренний шов, но все равно его не сделать аккуратно, он получается грубоватый, он кривоватый. Внутри ровно-ровно, в принципе, внутри ничуть не хуже, чем снаружи. То есть это получается практически отсутствие соединения. Да. Ну и брусничный. Это учебный материал. Ну, из программы «Рестайлер» за 5 дней, поэтому я бы не рекомендовала. Не рекомендовала его покупать отдельно. Не знаю программу, потому что для того, чтобы связать такое, нужно досконально знать программу «Рестайлер» или «Дизайн Книт», потому что при изучении этой программы я даю ту информацию, которая напрямую как бы не выполняется, как правило, ни в инструкции этого нет, ни так не делают. То есть мы, помимо основных приемов, я показываю еще, как делать разрезные изделия. Я бы сказала так, что мы планируем, вот сейчас не знаю, как Наталья тут собирается на рыбалку отъехать. В принципе, мы хотели летом провести новый набор. Лето впереди. Да, и связать летние изделия в программе «Книт и дизайн». Это будет курс. Поэтому тем, кому нравятся вот такие изделия, не решили еще, что какие там будут бонусы, и не решили еще, какое это будет изделие, но если вам хочется освоить вот эту разрезную технику, ждите отмашку, когда начнется набор, и при начальном этапе очень большие скидки. Вот к концу будет стоить 4000, в начале, не знаю, 2 будет стоить или 2500 будет стоить, и плюс сколько-то бонусов, не знаю сколько. Вот как у меня будет фонтан со щедростью, насколько он будет открыт, вот столько и будет. Поэтому хотите освоить эту технику, ждите, ходите на посиделки и ловите. А можете, если сию минуту надо, можете самостоятельно, в индивидуальном порядке освоить этот курс. Вы точно так же получаете уроки, домашние задания, отчеты, все то же самое, только без группы, один на один со мной. И кроме этого, есть по курсам есть программа «Апгрейд» называется. Я специально не делаю, то есть даже если мы вяжем какое-то новое изделие, я специально не делаю, чтобы за полценный курс пройти там или еще что-то. Я делаю небольшую сумму, 500 рублей или 1000 рублей, в зависимости от сложности изделия. Вы можете пройти заново весь курс со всеми, если там новые какие-то нововведения появились, вы пройти это и связать новые изделия. То есть не просто купили изделие за 500 рублей, а вы можете пройти еще раз курс, потому что память, к сожалению, такова, что если вы в первые 3 дня, я не знаю, или в первые 3 часа не проработали вот эти знания, то потом вы даже не помните, где они у вас лежат. Но, к сожалению, программа забывается. Я думаю, что я вот что-то, когда мне занадобится, сделаю. Я быстренько пойду, когда и вам на компьютере занадобится, вы даже не вспомните, где вы эти уроки видели. Вы даже не вспомните, в какой папке они у вас лежат. Да, и у кого вы их купили. А уж тем более вы не будете отрабатывать урок. Поэтому все должно быть вовремя. И если вам идет в руки какое-то знание, надо хватать и пользоваться. Иначе смысл его получать. Вот знаешь, как говорят экстрасенсы и астрологи, если вы оказались в данном месте в данное время, значит, это было нужно вам по карме. То есть, если вам вот что-то очень сильно хочется, значит, оно вам просто вот нужно. Вот принимайте решение здесь и сейчас. Любые знания, любые люди нам даются не просто так. Да. Они даются для чего-то, чтобы нас чему-то научить и что-то нам дать. Или чтобы мы им что-то дали. Поэтому, когда вы приходите в школу, значит, что-то должны дать вам. Поэтому берите и пользуйтесь. Берите максимально, что мы вам даем. Потому что нам очень нравится придумывать. И вот я говорю, что я счастлива, что мы не вяжем на заказ, что у нас нет этого потока, который отнимает столько времени на то, что мне не нравится. Вот потоковое действие для меня очень тяжелое.
Да. Вот, поэтому... поэтому надеюсь, что мы вас удивим еще какими-нибудь изделиями, если... Я еще не убрала со стола, вот сейчас я все уберу, и тогда я могу приступать уже к новому. И я просто хотела сказать, что вот, вот эта майка-узмейка, вот крутится уже идеи, я не знаю, может быть, мы продолжим эту тему, потому что, ну, летняя очень завлекательная, и попробуем связать что-то, вот, вот чтобы вот так вот, вот вроде бы змейки, но ну, такие разные, ну такие разные. Вот не знаю, пока сейчас вот сегодня дошили пуговицы, да, поэтому вот начнем думать с завтрашнего дня. Да. То есть еще даже не придумали. Поэтому приходите на посиделки. Я не буду говорить, что мы ждем вас каждый вторник, потому что летом все-таки хочется набраться сил, витаминов, солнца на перспективу. И, ну и отдыхать тоже. Да, и отдыхать тоже надо. И изделия мы будем вязать там не чаще, чем раз в две недели. Да, получается. Да. Потому что изделие должно быть в радость. Вот, ну... Но нет такой гонки, нет такой необходимости. Вот прям вынь да положишь раз в неделю. Это излишне уже. Ну, если вы хотите, чтобы творчество было, вязание было вашим хобби, вашим творчеством, то мы вам рассказали, как это у нас происходит. Вот, а вы смотрите сами. То есть это не значит, что это оригинал, калька, с которой надо всем принимать. Нет, все разные, у каждого свой подход, вот копировать. Просто... Но вот у нас так. И поэтому каждое изделие, вот оно действительно как, ну не знаю, как фонтан. То есть я вот все, не прибавить, не убавить, ни другим цветом ничего, вот не вижу в другом цвете. А мы же проводили опрос, какой вы выберете цвет. И опять же, голубой со зеленым выбрали, ну там, я не знаю, там 5%, наверное. Большинство выбрало голубой с белым. Но он очень был бы белесый, да. Он бы белесый, он был бы еще более... На нем бы не было видно этих рисочек, и был бы совсем другой эффект. Он мало того, что такой активный голубой, а если в него добавить белое, он был бы размытый. Он был бы не голубой, а такой... Ну, бледноватый, да, да, да. На самом деле сочетание очень хорошее, нежное, но для другого изделия. Поэтому да, обязательно свяжем, да, но что-нибудь да, вот да, что-нибудь другое. Вот. Ну чего, прощаемся тогда. Да, поэтому надеюсь, через две недели, я еще не уеду же, мы что-нибудь уже свяжем и покажем вам. Кстати, каждый раз, пока мы вяжем, я показываю видео, ну такие небольшие этапы вязания. И зарисовочки, я бы сказала. Да. Чего ждать и как это будет выглядеть, и вот какие детальки мы выполняем. Вот вопрос, когда, знаешь, люди даже обижаются, почему вы пишете, вместо того, чтобы показать, как вы это делаете, вы вот какую-то фигню рассказываете, подразнили. Да. Подразнили. А я вот почему я это решила делать? Потому что, чтобы запустить ваше мышление, а что будет дальше? А как это сделано? Потому что все время хочется, чтобы тебе дали готовые решения. Девочки, ну вот Незнайка в стране дураков, это вот из этой серии, когда за тебя все уже решили, ты привыкаешь к тому, что ну, думать, как бы, не надо. Думать не надо. Но наступает момент, когда у тебя твою морковку отбирают и запрягают в тележку, потому что ты уже стал осликом. Вот это из этой серии. Нет, вот такие тяжелые, да, да, ассоциации, на самом деле учитесь. Нет, Наташа, знаешь, думать, мне да, как пенсионеру от проблемы деменции и деградации вот очень-очень близки. Я просто вот как бы понимаю, ну, что мы если мы сами об этом не позаботимся, то никому об этом как бы никому, ну, это не нужно. Для того, чтобы ум наш не старел, и нужна и моторика, и развивать, и скрипеть нашими мозгами, думать не... Чем больше думаете, чем больше делаете, творите, тем, ну, больше мы отодвигаем старость, которая, к сожалению, не радость, что бы там ни говорили. Поэтому... Которая неизбежна, я бы сказала. Она неизбежна, да, но... и вот эту нерадость нужно отодвигать как можно дальше. Поэтому творите, радостью, отодвигать радостью. Да, поэтому да, радуйтесь, вяжите, творите, получайте удовольствие. И старость от вас будет убегать. Всё. Ну ладно. Всё. Ну тут девчонки как-то, не знаю, ВКонтакте, мне кажется, много там... написали, но будем отвечать. Нет, это... присоединение к трансляции, угу. Все. Поэтому через пару недель, я надеюсь, встретимся и... А, вот так? Да. Угу. Ну, давай, так. Так, и поделиться. Там сейчас закончилось.